Labas vakaras. Tiem, kas kas nežino, bet jau visi žino, šiandien nuo politikos vėl grįžim prie kultūros. Ir aš tikrai net daug labai neturiu ką pasakyti, pasakysiu vieną dalyką. Dėl ko man patinka čia būti ir dėl ko aš manau, kad dalykai yra vertingi. Pavyzdžiui, iki šiandien, iki vakar, na, aš nežinojau, kad yra toks filmas Dėtačkai. Ir čia tik aš manas pagal išsilavinimą, aišku. Bet šiandien aš kaip tik dar besiruošdamas susitikimai paėmiau ir pasižiūrėjau. Ir tikriausiai, jeigu nebūtų tų susitikimų, aš nebūčiau to filmo pasižiūrėjęs. Ir pasižiūrėjau, labai džiaugiuosi ir dabar galvoju, kad reikės dar daugiau pasižiūrėti Dmitrijaus filmų, nes šiaip retai būna filmų, kurio žiūrint taip pajauti, kad netoli esi ašarų. Šiandien man tai buvo kaip tik. Tai aš visiems rekomenduoju tą filmą pasižiūrėti, nors jis yra iš tikrųjų apie Rusiją, nors ten vadinama, kad yra pasaka, bet man tai buvo tam tikras filmas truputėlis sugrįžintis ir aš dar čia kai važiavau ir galvojau, susikau ir susikau atskirius vaizdus iš to filmo ir galvojau, kad tas filmas yra apie Lietuvą iš tikrųjų. Tai va, tai su ta gražia gaida, reiškia, rekomendacija būtinai tą filmą pasižiūrėti. Čia yra mano primiktinė rekomendacija. Aš jį pristatau šią vakarą mūsų svečią, Dmitrijų Astrachaną. Iš esmės, žinoma, aš Kozlov Narūską. Я сказал, эти встречи хороши, потому что я сказал, что нет у меня, в моем просвещении иногда есть такие провалы. Вот провал был до сих пор пробел, да, извини. Одним из таких пробелов был, что я не видел фильма «Деточки». Я сегодня его посмотрел перед встречей. И сказал, что, несмотря что это сказка, как в титрах в самом начале написано, в некоторых местах я был очень близко к слезам. И подумал, что вот если бы не та встреча, если бы не вы здесь в Вильнюсе, я, наверное, не посмотрел бы этот фильм, который я рекомендовал посмотреть обязательно всей аудитории, потому что это не только фильм про Россию, это фильм тоже и про Литву. Пожалуйста, Дмитрий Астрахан, как всегда, спрашивайте, представляйтесь, поднимайте руки, мы принесем микрофон. И самые, конечно, коварные или самые неприятные или самые приятные вопросы будут, как всегда, награждены фильмами Дмитрия Астрахана. Пожалуйста. Да. Спасибо, спасибо. Так слышно нормально? Не очень? Так лучше, да? Ну, посмотрим. А так плохо, да? Нормально или нет? Я буду лучше так, мне так удобнее. Значит, послушайте, я не профессиональный ведущий, я не умею вести творческие встречи, но раз уж, я очень рад, что вы пришли, и я пытаюсь вам рассказать немножко о себе, раз уж вы пришли смотри, общаться со мной, то, наверное, я о себе и расскажу, вот. А если будут какие-то вопросы, вы мне зададите их, и я постараюсь на них ответить. Естественно, о чем, так нормально, да, такой формат устраивает, да? Хорошо. Значит, я ленинградец, родился в Ленинграде в 57 году. Я пятый сын в большой еврейской семье. Я родился. У родителей мои историки. Папа профессор истории, мама кандидат наук. Тогда мама была уже кандидат наук, а папа писал свою диссертацию уже когда я был в корзине там лежал в комнате. Мои родители, они вообще выходцы из Белоруссии. Папа из Борисова, мама из Гомеля, они вот те дети еврейских местечек, которые после революции получили возможность учиться не в черте оседлости и поехать учиться. Вот они поехали в Ленинград. Папа закончил школу в рабфаке, потом ленинградский истфак, мама тоже была на истфаке, они там встретились, должны были пожениться, началась война. Классическая ситуация, это был выпуск прямо перед войной, папа ушел в народное ополчение, воевал 7 лет, 5 лет воевал, потом 2 года еще. После этого прошло всю войну, мама его всю войну ждала. Дождалась, встретились, и вот появилось нас много детей. Была последняя попытка на девочку, то есть последний заход. Девочка, в общем, не очень получилась. Но правда, что мне приятно, у мамы, вот когда мне уже исполнилось 50 лет,
Мой брат привез, он разбирал архив родителей, родителей уже нет моих, он разбирал архив и, говорит, знаешь, нашел записку мамы из роддома к папе. Мама, тогда же телефонов не было, писали записки. И мама написала ему: «Хоня, Ханан звалится, он мне так тяжело дался, что на посредственность я не соглашусь». Написал мама. Наверное, вот эти слова мамы, наверное, были некой... Я не знал о них. Я вот узнал о них, когда мне уже было вот... Это было недавно. Уже, кстати, давно, 50 лет уже было довольно, к сожалению. Вот она узнал. А тогда я этого не знал. Ну, естественно, я был младше, я был любимый в этом смысле. Все эксперименты по воспитанию достались старшим товарищам моим, братьям. А я был, в общем, уже такой, как бы так, уже шел по накатанной линии. Искусством не собирался заниматься. Мама хотела, чтобы мы получали техническое образование, боясь всякого рода вот этих, ну, туманных профессий в то время. Все хотели, чтобы дети были инженерами. Вот я учился в школе, потом учился в математической школе, очень хорошей 30-й математической школе. Это серьезная школа в Ленинграде. И при этом я занимался спортом, борьбой. В общем, у меня была такая вот активная жизнь, детство такое было. И, в общем, я не сильно задумывался, куда я, кем я хочу быть. Братья учились в технических вузах, и я, в общем, пошел в электротехнический вуз, в общем, по накатанной такой линии. С театром связи были такие сложные, ну как сложные, водили на спектакль. Если спектакль был скучный, он обычно заканчивался с братьями в антракте, мы ели буше, там были пирожные хорошие. Если спектакль был интересный, мы его досматривали до конца. Потом я, когда уже поступил на режиссуру, я сосчитал, что я видел в своей жизни до этого момента, ну, наверное, спектаклей 20. Ну, так вот просто в детстве ходили. Ну, я видел спектакли, естественно. Надо понять, 20 спектаклей, может быть, стоили других там 200, потому что это были 20 спектаклей ленинградских театров того периода. Я считаю, что это вообще золотой период, наверное, вообще советского театра, когда были Товстоногов, Карагоцкий, Агамерзян, там, не знаю, Владимиров. Это были блистательные театры в Ленинграде. И я их в детстве видел. И я это помню, там, Вивьен в Александринке. Это вот, я не знал этих фамилий никого, но спектакль я смотрел. И я помню, что это было интересно. В театре было интересно, и мне казалось, что это как-то любопытно. Но даже мыслей не было никаких о режиссуре, об этой профессии. В общем, обычно во всем виноваты как? Женщины, естественно. И у меня был роман с одной девочкой, там я познакомился, она хотела быть артисткой. И вот она поступала, она ходила, я с ней тоже стал ходить, смотреть, как там они, чего они делают-то. И я пришел в одну самодеятельность, там посмотрел, и понял, что мне, в общем, это любопытно. Потом у нас в школе, в математической школе, где я учился, стали ставить спектакль. И мне говорят: пошли, поставим, поиграешь там. Ну, я думаю, ну, схожу. Оставились Аристофана «Лягушки», и там был такой властитель ада Эак. Я там учил его роль, там мне слова эти все я произносил. От меня спросили, чтобы я сказал грозно, злобно, я это все изображал. И у меня было безумное чувство стыда от того, что я делаю. Я это очень помню, это чувство, специально о нем сейчас рассказываю, потому что я думаю, что это важно понимать. Вот для меня это, сейчас я уже потом понимаю, понял, что это было такое. У меня было такое чувство стыда, что чем ближе была премьера, чем ужас меня охватывал, что я выйду на эту сцену в этом спектакле. Это был хороший человек, его ставил, прекрасный учитель литературы. Но вот что-то мне все казалось какой-то вот некомфортом мне было. Слава богу, там был второй исполнитель, и я, к счастью, не вышел тогда в спектакль. Я наврал, сказался больным и остался дома. Потом ребята говорили, что был большой успех, все было прекрасно. Но у меня вот это было чувство облегчения, что я в этом не участвовал почему-то. А буквально когда потом, через какое-то время, переживая очередную любовную драму, я был брошен какой-то девушкой, я переживал, и сидел в гостях у другой знакомой, мы там в телекомпании, и она пошла тоже на какие-то там репетиции в студию. Я говорю: куда ты идешь? Говорит: иду в студию. Я говорю: можно с тобой? Я говорю: ну, пошли, делать нечего, тоска, муки. Идешь куда-то, думаешь. Ну, мужчины помнят все эти мучения, какие
мерзкие женщины нам доставляют. Они нас мучают, бросая нас, а потом мы мучаемся. И я пошел в этих буках, в эту студию, и эта моя подружка пошутила, говорит, вот он пришел поступать. Это была студия при Институте целлюлозно-бумажной промышленности в городе Ленинграде. Она пошутила, педагог сказал, ну, вы нам почитаете потом. Я вышел, почитал, хотя вспомнил какие-то стихи, как любой интеллигентный ребенок, я несколько стихов знал. Тогда в самиздате ходил Ахматовский «Реквием», и мне нравились куски из него, я их запоминал невольно. Ребята, есть места, можно садиться сюда. Вот, и я это самое, и я этими, прочел эти стихи, когда все закончилось... А вы сумку сюда переложите, он сядет сюда. И вам... А, нельзя, фотограф тут. Да. Вот. Вот есть стул, да, есть цель. Вот стул. Значит, и тогда была, значит, ситуация. Я почитал. Он на меня посмотрел, этот педагог, я почитал и ушел. Ночью она мне звонит и говорит, слушай, он сказал, что если ты решил заниматься, то приходи завтра на репетицию, будешь репетировать главную роль в спектакле. Хорошее предложение, подумал я. Сразу же главная роль, я понял, что у человека хороший вкус у этого, ну, у педагога, приличный человек. Еврей, главное, я понял, нормальный, сообразил, в чем дело. И он меня оценил. Я, естественно, говорю, маме, вот мне дают там главную роль, пойду репетировать. Пришел репетировать, и надо дать должность, через два месяца я сыграл главную роль в спектакле, где мне было абсолютно комфортно. Вот это очень важно. Я репетировал, и я чувствовал какую-то радость. Вот все эти чувства, которые у меня были тогда, они были забыты, потому что сидел человек, который мне говорил какие-то слова, и мне было все понятно, что он от меня хочет. Я понимал, что я должен делать. Я понимал, что делают другие. То есть мы вроде бы занимались творчеством, да, такой туманной области, но все было ясно. А была логика, здравый смысл, логика персонажа. Наверное, моим математическим, в общем, мозгам это было удобно. Я понимал, что вот тут я все понимаю, что от меня хотят. Я понимаю логику того, что мы делаем и зачем мы это делаем. И сыграли мы спектакль, была такая повесть Дубровина. Название у него было такое смешное, «В ожидании козы», а повесть трагическая. Это повесть о голоде в Поволжье. Это такой, а Дубровин, он был главный редактор «Крокодила» журнала, но при этом он написал такую повесть, совершенно жуткую повесть о голоде в Поволжье, послевоенном. История о том, как возвращается с войны человек, прошедший всю вот эту войну, и у него двое детей, эти двое детей выросли без него, двое детей привыкли жить по принципу «все дозволено», а он возвращается с войны, пройдя немецкие лагеря, наши лагеря, войну, и он пытается с ними выжить в этих условиях жутких, он пытается их выстроить в ситуацию, что не все дозволено, надо что-то делать, есть обстоятельства, а начинается между ними война, и такой вот жуткий, то есть человек, возвращаясь с войны вернулся на войну. И была вот эта драма этого отца, и я играл главного сына, в общем, негодяя, по большому счету, который устраивал отцу вот эту вот войну, устроил ему эту войну, Виктора. Роль была такая... И в результате этой истории гиб мой брат. И такая трагическая линия, и там были огромные монологи. Ну, такой, в общем, была хорошая роль. Я сейчас понимаю, потом я уже понял, что это была какая хорошая роль. Я ее сыграл, пришла, ну, кто пришел на спектакль? Пришла моя мама, это главное. И пришли мои братья. И они пришли смотреть. И они посмотрели спектакль. После спектакля братья сказали, что, в общем, знаешь... Димка как на кухне. Вот как на кухне он у нас. То есть он естественный. Это была как бы высшая похвала, что я вот там естественный был на спектакле. После чего мама посмотрела на все на это, позвонила в Москву, и на следующий спектакль приехал мой дядя, дядя Гриша. Дядя Гриша был человек, он был диссидент от религии. Он в советское время, он помогал Ширанскому уезжать из России, он участвовал, когда вытаскивали его из тюрьмы. Он был такой, он был человек, который прошел всю войну. Абсолютно нормальный человек, был чемпион, мастер спорта по плаванию, ушел на войну, командовал этой батареей, 45-кой, по-моему, да, батареей.
И у него где-то 12 расчетов было убито, а он был командир. И после войны он поверил в Бога. Когда 12 расчетов на его глазах убили, а он остался жив, отделался с ранениями, он поверил, что есть Бог, что вот его Бог его вот вывел через все через это, и он стал верующим человеком. Он нормальным человеком, но он стал набожным, религиозным человеком. И стал заниматься, он ходил в московскую синагогу, там он входил в этот совет, там и был таким человеком. Сейчас он похоронен в Израиле на горе, это Язбека называется, известная гора, да, где похоронены люди, внесшие особый вклад в Израиль. Дядя Гриша приехал, потому что мама его очень уважала мнение. Он посмотрел и сказал ей: «Сусанна, в Димке что-то есть». Говорит, вот что-то, говорит, это серьезно. Это для мамы было важно, что он сказал. Это серьезно, потому что, ну вы понимаете, что такое в нормальных людей, у нормальных людей сын пошел в самодеятельность. Ну это беда для любой нормальной семьи. Ну беда, был нормальный мальчик, подавал, и он пошел в самодеятельность. Как, и понимаете, одно дело ты в самодеятельности в 15 лет, в 13, все умиляются. А когда тебе уже 20 лет, или там 19, когда мне тогда было, там 18 мне было 19 лет, да, это был момент уже такой, то есть, и тогда мама настояла, она сказала, либо профессиональный театр, либо никакой. Хочешь быть в этом деле, иди в профессиональный театр. Я мучился, я боялся поступать, не поступать, но тут сыграл случай. Вообще в моей жизни многое определял случай. Вообще все это интересно? Да. Окей, это самое. Значит, определял случай, и вот тот дом, куда вот моя подруга, которая там разыграла меня и сказала, что вот он решил поступать, она была дочка Тихомирова. Кто такой Тихомиров? Роман Дринаш Тихомиров, художественный руководитель Кировского театра, Мариинского театра, режиссер известный. Он снимал фильм «Крепостная актриса». Вы должны помнить был этот фильм. Старшего поколения. Вот это был прекрасный оперный режиссер. И у него в доме мы там болтались. Дом был богатый, кормили вкусно. Я помню, там бутерброды были хорошие. Такое. И там целая компания нас тусовалась просто. А Настя училась в классе с моим товарищем, с близким. И мы там все болтались в доме этом. И вдруг папа нас вообще не видел. Но я знаю, что папа был на спектакле, когда мы играли этот, в ожидании козы, потому что Настя там тоже играла небольшую роль. И вдруг она мне говорит как-то, слушай, тебя папа зовет поговорить. Ну, это серьезно, я пришел к нему, сказал, говорит, а что? Он узнал, что я перевелся в финансово-экономический институт. Я учился в электротехническом институте, тут я перевелся в финансово-экономический институт. Я все пытался избежать карьеры артиста, вообще, ну, театра. Я пытался этого избежать и искал себя. Он говорит, что ты валяешь дурака, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну вот, а как, вот пытаюсь. Он говорит, ты режиссер, ты должен быть режиссером. Я говорю, ну слушайте, нормально, конечно, но я в этом ничего не понимаю. Он говорит, ты прирожденный режиссер, я видел, как ты играешь, тебе надо идти в режиссуру, у тебя все получится там. Абсолютно он мне сказал эти слова, это очень важно, когда кто-то говорит такие слова, тем более говорит их профессионал. И это, я говорю, ну я ничего не читал, не понимал. Он говорит, все ерунда, кто набирает, узнай, Товстоногов или Музиль, я позвоню, тебя возьмут. Говорит. Я говорю, слушайте, он говорит, ну они возьмут, так я тебя к себе, говорит, возьму на оперную режиссуру. Ты, говорит, что-то понимаешь в музыке? Я говорю, ну я занимался фортепиано немножко там полгода. Он говорит, ерунда, сольфеджио изучишь, читать будешь, все нормально. Говорит. Ты, главное, что ты режиссер, ты мысли, ты все остальное ерунда. В тебе есть вот это чутье. А, в общем, он на самом деле сказал главное, он потом я уже со временем понимаю, что он понял, что это, потому что это правда, такая профессия, где либо есть, либо нет. И оно сразу видно, на самом деле. Это и правда так. И, в общем, он позвонил Музилю, я пришел к Музилю, сдал прекрасный актерский тур, завалил все режиссерские экзамены. И Музиль так в учесть меня брал. И я помню, когда я сижу коллоквиум, но я вообще с искусством не был связан. Для меня все это... Я сижу на коллоквиуме, сидят люди, говорят, и кто-то их спрашивает, кто такие кукрыныксы? Нет, говорит, а кукрыныксы вам... Он не так сказал, кукрыныксы вам знакомо слово? И я понимаю, что задан неприятный вопрос. И у меня, я понимаю, что бы я сейчас ни сказал, я могу попасть совсем в неловкую ситуацию. Я говорю, ну как же? И замолкаю, значит. А там все 20 человек комиссии. Говорит, ну а кукрыныксы, это вообще что? Типа? Не говорят, кто. Я чувствую, что-то тут нет. Я буду молчать, думаю я. Лучше ничего не скажу, чем скажу какую-то глупость.
Я, в общем, не знал, что это известные наши карикатуристы. Я промолчал. А Музиль, который спасал ситуацию, 70-летний Музиль, которому звонил Тихомиров, ему надо меня взять, а я тут сижу и потею. Он говорит, волнуется парень, волнуется, сказал. Волнуется парень. В общем, мне поставили 3 балла за этот коллоквиум, я поступил, но в конце первого семестра мне звонит Настя и говорит, Музиль позвонил моему отцу и сказал за тебя спасибо. Сказал спасибо за студента, потому что, в общем, я быстро стал там набирать, потому что, как выясняется, все вот эти знания в нашем деле, теоретически, они важны, конечно же, но главное это какое-то ощущение, вот умение, ну как бы, вот либо один человек начинает что-то делать с другими людьми, они начинают играть у него, а другой что-то делает, они у него не играют, и все, и хоть ты что сделает. Вот эта профессия такая, режиссер, он должен что-то сказать одному, что-то сказать другому, как-то выстроить, и чтобы получилась история, и на наших глазах что-то случилось, и эти артисты должны в это поверить, это прожить. В общем, тут есть эта целая кухня особая, которая у кого-то получается, я помню, как у меня были сидели на курсе ребята, все читавшие, все знавшие, но у которых ничего не получалось. Это такой был интересный момент. В общем, я учился в институте, я не могу сказать, что это был такой легкий путь, он был разный путь. Вообще, если уж так говорить еще тут, если брать себя так вот по жизни, у меня были разные ситуации. В основном мне встречались хорошие люди, которые мне помогали в трудных ситуациях. Но бывали разные ситуации. Например, там, я помню, когда еще учился в электротехническом институте, я ходил в эту самодеятельность. Но при этом я учился в математической школе. Ну, тут давайте я немножко отвлекусь назад. Вот к моменту выбора себя. Я помню, в 5 лет, где-то в 5 классе пошел заниматься плаванием. Год занимался плаванием. Прозанимался плаванием год, научился плавать. Выпустили нас всех в бассейн. Я проплыл быстрее всех. Но садится напротив моей... Но тренер сидит напротив моей мамы. Моя мама приходит, потом говорит, вот мой сын проплыл быстрее всех. Тренер говорит ей, ему не надо заниматься плаванием. Мама говорит, ну как, он же только что первый приплыл. Она говорит, и тренер говорит, он не пловец, у него структура тела не пловца. Он не станет никогда большим пловцом. Водное поло, вот можно его отправить с вашего сына куда-то еще, но плавание не надо. Я помню, для меня это было потрясение, что вот он говорит, тот, кто был сегодня второй, завтра его обгонит. Это был первый момент, я понял, что в жизни не все зависит от собственных усилий, что-то может не сработать. Когда я попал в 30-ю школу, и я считал себя способным математиком, я решал задачи, я умел их решать. Но там сидели ребята, я помню, я пришел на одно задание, у нас были ребята, там были выдающиеся ребята. И там сидели ребята, и один из них был такой Гусаров, ныне уже покойный, к сожалению, он был, стал потом известным математиком. Он садился напротив доски так, ну это 9-й класс, надо понять, он сидел так, там задачи, мат-бои, там, класс на класс, решает. Он садился так, 1-я, 3-я, 6-я, 8-я, 12-я. Эти за мной. Достаточно? Ему говорю, все, Сережа, иди, пей кофе. Говорю, все, говорит, все, это мои задачи. То есть он их решал сразу. Как он начал? Он гений был. Рядом выходил другой, такой Кристаль. Он выходил к доске и говорил, так, это 9-й класс. Он говорил, там, задач, условия такие-то. Какие идеи? И класс, там, сидит там 12 человек, команда сидит, они говорят, может быть, применить теорему, он говорит, не то. Может быть, там то, он говорит, нет. А может быть, там, мы возьмем там что-то теорему, он говорит, нет. А может быть, там по окружности, он говорит, о, а дальше мы сделаем то, 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 решено. То есть он гениально развивал чужую мысль. У него был там, и он, причем то, что он мог развить чужую мысль, я потом с ним... Мы, помню, попали на Олимпиаду, сидим на Олимпиаде математической, я сижу, и он сидит. А там какая схема на Олимпиадах, кто помнит, решил, там пять задач висит, две решил, перешел в другую комнату. И там добавляются задачи. Две решенных задачи, в принципе, уже третье место на Олимпиаде обычно было, на городской. Мы сидим, я через час с трудом одну решил. И он сидит, он гениальный парень, я это знаю, он сидит, потеет и не может решить. Я говорю, что он решил? Он говорит, тоже решил. Одну, другую. Будем меняться? Ну, давай меняемся, значит. Он говорит, что ты решил? Я говорю, я решил вот эту.
Он говорит, как? Я говорю, я сделал то. Он говорит, все, я понял. Я только назвал, я сделал. Он, о, все понятно. А я говорю, а ты что? Он говорит, ну, у меня пойдешь по этой там, по там что-то он по углам, равности углов. Ну, ты понял. Я говорю, подожди, подожди, стой. Я так не понимаю. Мне давай подряд. Он мне разжевал. Все, тогда я понял. Вот понимаете, вот я там, ну, что я понял? Главное в той школе, что я не буду никогда математиком такого уровня. Это не, у меня не те мозги, я так не могу. И вот это понимание, что вот тут я не могу. Я занимался при этом борьбой. Я боролся, я был чемпионом Ленинграда по классической борьбе. Я выступал за сборную города. Я объехал, и первое мое воспоминание о Вильнюсе, я приехал сюда, со сборной города Ленинграда, детской еще сборной. И я тогда, мы выступали, был ЦС, был класс 7 или 8, не помню. У меня жутко болела спина, вот сломано ухо было уже, оно было все вот такое было ухо. И спина меня была, ну, ломала спину, я спал с грелкой ночью, а ухо забинтовывал это там, эту кислоту, чтобы она снимала за ночь, рассасывалась. Поселили нас на вокзале. Знаете, где вот у вас на вокзале, там были комнаты отдыха такие большие. И вот мы жили в этой комнате отдыха, там человек у нас 12 или 15, все лежим, мальчишки, все нервные. Все не едим ничего, потому что все гоняют вес. То есть все не жравшие. У всех у меня спина, ухо, у другого что-то, третьего. И мы лежим ночью, ночью. А вот тут, извиняюсь, на литовском языке, там говорим, поезд отправляет сюда. И на русском, поезд оттуда прибывает туда. Раз она объявляет, два она объявляет. В итоге у нас был один такой, его была кличка Мацола. Он был, ему было 40, он 45 килограмм. Он, и он гонял еще, он согнал еще 3 килограмма, чтобы быть в 42. Он говорит, я ее зарежу! Выбегает, открывает окно, говорит, убью! И он говорит, Мацола, ляг, мы хотим спать. Только все уснули. Он лег, значит, это было смешно. А на следующий день пришли на соревнования. Мацола выходила, там была сборная, команда. Он выходил бороться, так только выходил. И тут же раз его клали. Он, фух, облегчил, уходил, второй раз выходил опять. Говорит, что там? Говорит, не могу. Я говорю, что? Говорит, не могу бороться, вижу курицу. Вижу курицу. Он говорит, я бороться. В общем, это была борьба. И я вот помню, в детстве мы гоняли этот вес, а потом, когда я попал по молодежи на соревнования, я помню, я пришел, да, это было уже в Орехово-Зуево, я помню, приехал. И когда против, напротив меня выходит, я там в 52, по-моему, боролся, 50, не помню, 54, а у меня выходит парень, я вообще не понимаю, как он в этом весе оказался, как он здоровый. Но он еле ходит, потому что он согнал килограмм 7. То есть ребята в этом возрасте гоняли так, и понимаешь, что такое было? И там уже были ребята другие, там уже шла другая игра, это уже была... Это, ну, там ломали руки, ну это схватка, все. И я понял, что нет, я это тоже не совсем, потому что я был такой техничный борец, я так боролся техникой, а тут я понял, что уже идет такое месиво, уже такая рубилово начинается. И я поборолся тогда, помню, даже что там я выиграл, но я понял, что я тоже не могу, у меня нет вот этой воли борца, вот, ну вот в этом деле дойти до каких-то побед. И может, благодаря всему этому как-то театр оказался наиболее для меня приемлемым местом. Я просто попав в этот спектакль и сыграв эту роль, и когда я помню, я в конце выходил вот в этой, в Жанне Козы, у меня там был монолог, и зал плакал, я это очень помню хорошо, и я стоял, и каждая пауза работала, и я понимал, что вот тут что-то происходит, вот я держу эту аудиторию. И с этим чувством, в общем, я и попал в этот институт, обучение было... Интересно, Музиль был прекрасный педагог. К сожалению, там были подмастерья, как всегда бывает. Многие из которых ныне стали мастерами. Это трагическая история любых больших вузов, когда большие художники ведут. Но кто хороший, серьезный режиссер будет при мастере кем-то работать? Понимаете, обычно всегда при мастере работают подмастерья. И не всегда это люди такого же уровня, потому что любой... талантливый человек хочет быть сам. И сам реализовываться, индивидуально, понимаете, да? И поэтому, ну, неважно. В общем, у Музиля это было все хорошо, это было интересно. Я закончил этот институт, и в этот момент стал вставать вопрос о моем дипломе. Это был 4-й курс. Мою дипломную работу в институте посмотрел Фоменко,
Петр Наумович, он тогда возглавлял Акимовский театр, и пригласил меня тут же в театр комедии ставить спектакль. Только я собрался, Петра Наумовича сняли с работы, значит, и вот как он перестал быть главным режиссером в этом театре. Уехал в Москву, и после такой бесславной жизни в Ленинграде он стал знаменитым режиссером в Москве. Мы помним, да, все это? А надо вспомнить, как это происходило в Ленинграде, я на этом присутствовал. Сидел Фоменко, перед ним стояли артисты. Причем я помню, как это происходило. Начинались репетиции с того, что все, вот я пришел на первую репетицию, все довольные, все яркие, все репетируют, у всех азарт, все происходит. А я потом что-то уезжал куда-то, вернулся недели через три, они уже на сцене, уже к выпуску спектакль. И совершенно другая какая-то атмосфера на репетиции. И один артист идет с сцены, и вдруг я слышу храп в углу. Как сейчас помню, артист Ильясов такой, он спит. А артисты услышали храп и остановились так. Так смотрят на него, и потом смотрите на Фоменко. Сидит Фоменко в зале. Давайте, у вас на репетиции уснул артист. Только творческая атмосфера, да, вот такая. Все горят, он спит. Фоменко, Ильяс говорит ему там, почему вы там? А тут, а я помню, что когда в самом начале это Ильяс прекрасно репетировал. Он здорово репетировал. В первых репетициях, я его помню. И тут он просыпается и говорит, тот говорит, вы помните, он говорит, вы... И Фоменко говорит, вы помните, что я просил сделать? Хочет его поймать. Тот ему говорит, вы хотели, чтобы я сказал, вы просили сказать Орланду, Орланде, Орланде, чтобы мы все повторили по очереди. Орланду, Орланде, Орланде. Я правильно перечислил? Чтобы выполнить эту задачу, Петр Наумович, я могу спать, сказал артист. И Фоменко промолчал. То есть, понимаете, с одной стороны, это было хамство артиста, абсолютно. С другой стороны, сложный вопрос. Потому что спектакль был не очень удачный. То есть, вот это как-то вот тут все рушилось там в отношениях у него с театром. В общем, где-то через неделю-полторы он ушел из театра, по сути. Ну, не важно. Значит, он ушел из театра, рухнул мой диплом. Куда идти? А мой Музиль, Александр Александрович, он... Я был любимый студент, я там много чего уже сделал в институте, я много что поставил, я был яркий парень. И он очень хотел, чтобы я остался в Ленинграде. И он, естественно, меня отправил в театр Александринку, где был тогда главный Горбачев Игорь Олегович, которого Музиль в свое время нашел и сделал вообще большим артистом. Но Музиль уже был на пенсии, а тот вот. Он говорит, вот лучшего студента даю. Значит, я стал ходить к Горбачеву. Хожу к Горбачеву. Горбачев, значит, читаю пьесы. Одну ему пьесу принес. Он говорит, ну, не то, другую принес, третью. В общем, месяц мы выбираем пьесу. Выбираем и выбираем. Там директор ходит, ну, все как бы идет такая работа. Тянется процесс, чувство, как-то затягивается выбор пьесы, но в итоге вроде одну выбрали. И сидим мы с Горбачевым напротив друг друга, вдруг он мне говорит, слушай, говорит, а кто ты по национальности? Астрахан Дмитрий Ханович, кто ты, вообще кто ты по национальности? И тут я понимаю, что задан ключевой вопрос. Я говорю, еврей. Он так посмотрел, он говорит, Астрахан Дмитрий Ханович, да татарин! Ну какой? Ну татарин же! Да? Ну татарин! Я думаю, предать родителей, не предать, думаю, я как-то неловко, вроде как-то, но понимаю, что вопрос поставлен ребром. И сейчас диплом будет тут. Я думаю, нет, вы знаете, все-таки еврей. Он говорит, ну ладно, это не имеет значения. В общем, на этом разговор закончился. Но как-то больше директор, потом директор как-то перестал отвечать на звонки, как-то все это растворилось куда-то. Я рассказал это Музилю, Музиль вздохнул. И в итоге я поехал в Свердловский ТЮЗ, стал делать там спектакль. Я стал там спектакль «Кто, если не ты?». Это было по пьесе Суглобова «Кто, если не ты?». Это был спектакль к съезду комсомола. Это был, по сути, такой госзаказ. Спектакль был на таком комсомольском собрании. Такое было комсомольское собрание, где решалась судьба того, что есть один мальчик, который начал там унижать своих одноклассников. И перед тем, как его судить, он просто их грабил там. Унижал, грабил. И его должны отправить, его должны судить в колонию. Перед тем, как идти на суд, человек исключался из комсомола по той схеме.
Надо было сначала исключить комсомола, потому что на суд должен был идти человек не комсомольцем. И в процессе всего спектакля выяснялось, что, оказывается, эти ребята его предали в свое время, когда его пришли избивать другие там бандиты. И он решил таким образом, а он такой был, а он там какой-то комсомолец, а вот это был примерный парень, такой комсомолец, все. И он вот в отместку решил их поставить в эти условия, и тем самым вообще встал вопрос, что такое комсомол? Что за организация, если вот мои товарищи меня предают вот в этой ситуации? Вот, что, мы только, что это только все фикция, что комсомол... То есть пьеса была, в общем, для того времени довольно проблемная. Она уже поднимала вопрос, насколько формальная организация комсомол, и там, и, ну, естественно, там все, и комсорг, и главный там секретарь обкома местного этого села, вот он был положительный человек, который спасал этого парня, и в итоге они его не исключали из комсомола, тем самым ставили вопрос перед судом. Пьеса была по теме, она была хороша тем, что она была о равнодушии, в ней была тема, которая, я помню, что тема есть, сделана она была не очень, ну, что умела, она такая вязкая, долгая, но включились режиссерские средства, и в начало спектакля мы придумали большую сцену танцев, и эти танцы, где этого парня на танцах избивают вот эти хулиганы. То есть, и когда мы на наших глазах избивают человека, а товарищи его предают, а потом этого человека начинают исключать из комсомола, появлялся детектив. То есть зритель не понимал, что случилось, только что его тут мордуют, а он его исключает. То есть тем самым вот режиссерскими средствами была внесена интрига. И там была сделана сцена, я подробно придумал танцы. Я помню, как я ездил с одной девушкой в Бологое, у меня был роман. Я приехал в Бологое и попал с ней на танцы, сельские танцы. И у меня на этом, в Бологое на этих танцах потрясла одна ситуация. Там все танцевали в зимних шапках. И там танцевали как? Стояли парни такие в зимних шапках. Такие парни стояли с сигаретами, такие, зимние шапки, и так девушки, они девушек у меня так за голову они так прижимали, и так курили, и там ей давали курдуля. Такие парни, они называли, и, так, и вот они такие чувихи сели с фиксами такие, в махере, такая это была картинка. Я запомнил, думаю, вот надо сделать такие сельские танцы. И это был целый большой номер, он шел минут 5, без слов, там гремела музыка Челентано, но при этом... Шли вот эти танцы, подробно сделанные, эти чувихи там были такие, которые, эти чуваки, которые приходили, хулиганы, все в зимних шапках. И там и, раз, и шла сцена, как они там их приставали к этому парню, потом была жестокая, такая жуткая драка, они убили там об стол. Так, ну, было все это сделано так, как надо было сделать, чтобы народ так... А потом комсомольское собрание, на котором тоже было придумано, что всем наплевать на этого парня, и только один человек, это комсорг, и раз... При этом, чтобы сделать это интересным, я стал ходить смотреть, как работает обком комсомола. Меня пускали. И я обратил внимание на простую вещь, что в комсомоле в то время женщины как здоровались? Кто помнит? Они здоровались за руку. Встречались две женщины, друг друга здоровались за руку. Иногда целовались так. Потом, когда стоял первый секретарь, третий стоял вот так. Армия такая, система. Определенные отношения. И я вот сделал такой комсомол, все было нормально, они вроде было все бытовая история, но они общались, это было такие странные, это люди общались, и там вот эту всю иерархию мы выстроили в отношениях. И это стало с одной стороны там, или, например, там попал на комсомольское мероприятие, ну как-то я погружался в источники, а в это время шла комсомольская конференция в городе Свердловске, и всех выселили из гостиницы «Свердловск», оставили только меня, потому что я ставил спектакль про комсомол. Главного режиссера этого театра, Володю Рубанова. И нас оставили. А комсомольцев как? Их завозили со всей областей. Запирали на 3 дня. У них был распределитель. Мы помним все это. Приезжали. Там одежда, пластинки, еда. Все там завозилось туда. И эти комсомол гулял 3 дня. Это была беспробудная пьянка, где я наблюдения были следующие. Там лежу в номере. В соседнем номере стук. Кто там? 100 грамм. Хохот, значит. Кто там? 100 грамм. И так это раз 40. Или там, я иду по коридору, меня встречает девушка такая, пьяная в дым, сидит, как комсомолка такая. И говорит, я вас не знаю. Я говорю, ну, вы не очень яркие отсюда. Она говорит, вы откуда? И наступать так на ногу. Раз мне надо. Я говорю, вы мне на ногу наступили. Она говорит, я знаю. А самое было забавное, когда там столы пили комсомольцы, там столы, один стол кричит,
Есть предложение! Другой стал говорить, нет возражения! И все выдевают. То есть, вот все эти подробности, детали, я, естественно, в этот спектакль втащил. И он был с одной стороны, этот спектакль к съезду комсомола. И у него все было нормально, идеологически. То есть, и правда, Комсур главный спасал этого мальчика. Но это происходило в атмосфере такой узнаваемости и некой такой сатиричности, но не грубой, а пронизанной жизнью. Что потом сами эти комсомольцы говорят, откуда ты все это знаешь? Ты совершенно сделал спектакль про нас. Вот это. И он был очень, он получил, с одной стороны, признание там критики всей, потому что он был очень такой подробно сделанный. С другой стороны, комсомольцы тоже были в восторге. Я получил первое звание. Лауреат Ленинского комсомола. Понимаете, что в то время лауреат Ленинского комсомола, то есть я приехал на диплом, ставить дипломный спектакль, и возвращаюсь на диплом, на защиту, на созвание, то есть с орден. Возвращаюсь, идет защита диплома. И дальше все, знаете, как в жизни забавно, запоминаешь какие-то вещи. Не буду сравнивать себя с Александром Сергеевичем, но глава комиссии был Бенкендорф. Это было забавно. Глава комиссии по режиссуре был Бенкендорф. А я уверенный, у меня уже премия комсомола, я уже тут все сделал, я наглый, прихожу на этот экзамен. Мне, он говорит, ну что вы ставили в этом спектакле? Я говорю, мы там смешиваем, мы вот брали психологический материал, но при этом мы использовали метод, мы сделали такую детективную интригу, решили сделать такой детектив тем самым, чтобы привлечь внимание зрителя. Он говорит, молодой человек, а как это вы говорите, что там, мол, это самая психологическая драма, при этом у вас детектив, это какое-то смешение жанров, а как это может быть? Я говорю, слушайте, Достоевский смешивал, только этим и занимался. У него детектив, мелодрама, там вообще трагедия, все вместе. Ну, будем учиться у великих, я ему говорю. После чего как-то мы с ним посмотрели, Гусик так похохотал, но потом мне рассказали, сидит комиссия, диплом. И тот говорит, Бенкендорф, 4. Он, кстати, комиссия, он говорит, я хочу, чтобы Астрахану 4. Гусик говорит, а за что 4? Он у нас, он кто наглый. Гусик говорит, он не наглый, а уверенный. А уверены, потому что он сделал хорошие работы, и поэтому он уверен. Долго они припирались, мне потом сказали, минут 10 шло припирательство. Но Музиль был советский человек. Он был опытный стратег, он прошел много. И что говорит Музиль? Я лауреат у Ленинского комсомола. Четверку поставить не могу, тем самым я ставлю под сомнение решение Свердловского обкома комсомола. Если вы готовы поставить это под сомнение, то, пожалуйста, вы поставьте. Но это будет ваша ответственность. В итоге не поставили мне 5. Тот мой скажет, о, сейчас он может стать уже не Бенкендорф, а вам преподать это в другом месте. Потому что Бузиль на бумагу, слушайте, ваше решение тут. Какой-то Бенкендорф. Тоже со странной фамилией, знаете. В итоге я получил Т5 и закончил институт. Следующий мой спектакль в городе Свердловске. Я просто рассказываю про все про это, потому что будет тогда понятно, с чего я начал снимать кино. Что я до этого прошел. Простой язык. Дальше я ставлю красную шапочку. Мне говорят, надо поставить красную шапочку Шварца. Я говорю, слушайте, Шварц, красная шапочка, ну это сказка, заезжена, ее уже все поставили, кто только можно, и везде она идет. Директор театра говорит, Дима, надо поставить, зато тебе будет сколько угодно денег на декорацию, на костюмы, пожалуйста. Я звоню своему товарищу Жене Ельчину. Женя Ельчин был яркий художник театральный. Ныне он является американским подданным, и он написал такую книжку в том году. Вот его путь тоже был, когда мы все были в одной компании. Женя сейчас является, он написал «Сталин нос», такая есть книжка детская, за которую он стал лучшим там писателем Америки, детским. Он уехал в Америку, он прошел там целый путь. Он с картинками, да? Да. Вот это все его картинки, и вот эта сама реклама этого мишки с Кока-Колы, это он придумал. То есть он такой известный в Америке художник, начинал как карикатурист, как работающий для рекламы, а потом вот написавший книгу. Вот известный, прошедший там тоже путь свой, рассказывал мне, как трудно пробиться там на Бродвее и так далее, что почти нереально. Но не важно, должен был театральный художник. Я звоню Жене, говорю, Женя, вот Шварца. Он говорит,
говорю, давай подумаем, почитаем. Он говорит, слушай, ты, говорит, обратил внимание, в каком году написана пьеса? И он мне подсказывает, конечно, ключ. Я перечитываю. Пьеса Шварца о том, что волк хочет съесть красную шапочку. Не потому, что он голодный, а потому, что красная шапочка что делает? Учит зайцев быть смелыми. И учит всем дружбе. Тем самым ломает законы леса. И волки хочет сожрать зайца. И написано все в 37 году. Странное совпадение для великого драматурга. То есть Шварц в то время пишет такую детскую безделушку, шутку. Но с точным адресом и с точной совершенно вот такой структурой. Начинаешь ее анализировать и понимаешь, что это понятные все вот как бы прототипы. И Женя говорит, давай, я говорю, слушай, давай сделаем в 30-е годы в костюмах, после сделать такой спектакль вот о времени, о том. При этом это будет абсолютно разыгрываться этот сюжет, только все будет немножко вот, взрослые будут понимать, о чем идет речь. А дети будут смотреть сюжет «Красной шапочки». Мама с папой, с детьми ходят, обычно папы там в буфете заседают. А тут они заодно, может, спектакль посмотрят, потому что это интересно. И, в общем, так и получилось. Мы показываем спектакль. Приходят представители обкома в управление культуры. В общем, спектакль нас принимали 5 раз. 5 раз принимали спектакль на «Красную шапочку». Причем, там ничего не было такого, но там был какой-то дух, который раздражал. С одной стороны, после спектакля меня вроде бы надо было бы уже оттуда попросить, но я уже лауреат их премии, значит, комсомола. То есть, с другой стороны, это был спектакль. И на самом деле, это была целая возня, о ней можно долго рассказывать, как нам его закрывали, открывали. Это был ельцинский период Свердловска, но Ельцин не занимался, естественно, Тюсова. При нем был первый секретарь обкома, обычно это делал всегда, по идеологии. Была Лидия Александровна Худякова, которая мне в тот момент казалась жутким монстром, который вот душит наш, душит это все. Вот она такая, душитель, мне казалось. Чтобы сразу же перейти в современность, буквально 3 месяца назад в городе Свердловске я перенес спектакль, который назывался «Лондонский треугольник». Спектакль «Лондонский треугольник». Я поставил с Гордоном и с Галибиным в Москве, это о Герцене, о Горёве спектакль. И мы перенесли этот спектакль туда, в этот самый, в Свердловск. И на этот спектакль пришла эта Худякова, которая сейчас 95 лет. И она посмотрела спектакль, она говорит, Дима, вы меня помните, я ее помню, она меня помнит. И вот мы с ней сидим и разговариваем. И в этот момент сидят, ну, в общем, я понимаю, насколько она умнее, глубже, интереснее, чем тех нынешних деятелей от культуры, кто решает вопросы культуры. То есть то, что вот она того, за того, склада человек, образованнее, умнее, глубже, больше разбирается, вникает. Это вообще, то есть такое, это отдельная тема вообще на самом деле, что было хорошего в советское время, что было плохого. Это отдельный вопрос большой. И многое, что было зачеркнуто, и кажется нам, что это все так было плохо, это совсем не так. С точки зрения искусства, мы не зря были конкурентны во всем мире с точки зрения кино, балета, там, театра, всего. Это люди, которые за это отвечали, как выясняется, они, с одной стороны, да, следили за идеологической ситуацией, но, с другой стороны, они четко понимали, что хорошо, что плохо, и не зря я, будучи ставил такой спектакль, который вызывал раздражение в Компартии, тем не менее, работал в Свердловске, был сохранен, и никто и всячески был уважаем. То есть, тут, они как бы так, знаете, эта власть балансирует. Неважно, в общем, в этот момент, в общем, поставил там несколько спектаклей, в какой-то момент мне пришла простая мысль. Но если я ставлю для аудитории спектакль, и это тысячный зал, в Свердловске чувство 1000 мест, большой зал, смеется, если эти дети, которые вообще необычно, сложно смотрят, если ребенку не нравится, он встает и уходит, он не взрослый, который из интеллигентности будет сидеть, и из чувства не... Ребенок, если они смотрят, там, не знаю, «Доходное место», «Островское», еще что-то, еще мои спектакли, и смотрят их с интересом, они иногда даже в 3 акта идут, то, может быть, я могу что-то сделать, чтобы будет смотреть и вся страна. И вот мысли о кино тогда стали приходить мне в голову, и тем самым как-то зарождаться стала вот эта история.
промежутке я сходил в армию на флот, на Тихоокеанский, попал туда на полтора года, должен был служить в городе Свердловске, попал в этом, ну как, ДК, в доме офицеров, но кто-то, прапорщик, перепутал документы, и я уехал на флот. Уехал я в Владивосток, попал в обычную часть, со всеми мордобоями, уставником, ну все по полной программе. Все там было, происходило, это школа морской авиации, случайно там оказался представитель там флотилии, выяснилось, что я режиссер, и мне вызвали к начальнику флотилии, вот прибыл, он говорит, ты что, лауреат комсомола? Я говорю, да. Он говорит, Морозов, спектакль ставить хочешь? Я говорю, готов приступить. Он говорит, ну это будет бесплатно, потому что готов бесплатно. В общем, меня перевели его командованием, командой в театр флота, который находился в советской гавани, советская гавань, поселок Заветы Ильича, Вагин. Мы все помним, ты помнишь, что Тванинский порт. И шум пароходов угрюмы, как шлемы качались на борт в холодный мрачный день. Помните эту великую зековскую песню, которую написал Заболоцкий, которую знала вся страна. Оттуда отправились ЗК, туда дальше на Магадан и так далее, и так далее. Уходили корабли. Это вот там, там был театр. Как говорил администратор театра, это же богом забытый край. Я говорю, это богом забытый край. Вот этот богом забытый край я попал. Я попал. И это было все, ну там это все очень забавно. В том плане, что это все происходило. Это целая история про театр, но неважно, пропускаю все. В театре главный режиссер Абрам Львович Мадиевский. Абрам Львович Мадиевский, как полный человек маленького роста, который заканчивал тоже когда-то Ленинградский институт. И тут прибыл мальчик из Ленинграда, Виктория Ивановна, его жена, там они меня тоже как-то приютили, я там был у них. Но при этом, как, они все гражданские, а я-то матрос, а в театре кто матрос? Монтировщики, тебе по декорацию таскают. И я, почему-то прибывший сюда, уже лысеющий матрос, 26 лет. Значит, я стою и, значит, и тут забавно все, приходит администратор. Знаете как, каждый раз приходится отстаивать любую позицию, к сожалению. Особенно, ну везде, в театре все это очень обнажено. Администратор говорит, декорацию надо подоскать. Астрахан, что здесь, так иди помоги. Я думаю, ну может быть и потаскать со мной, в общем, мне и не сложно. Но думаю, все-таки зайду как начальнику театра. Я говорю, товарищ там, май, полковник, капитан первого ранга, можно обратиться? Что вы там? Говорю, вот такая ситуация. Меня вот сейчас попросили потаскать декорацию. Я готов ее таскать. Только давайте мы сразу определимся, кто я у вас в театре. Я у вас монтировщик или я у вас режиссер? Вы решите для себя. Меня устраивают оба варианта. Лишь бы не в казарме, я говорю, только бы не там. Я готов таскать декорацию, но тогда я таскаю декорацию. Либо я режиссер, тогда я декорацию не таскаю, потому что режиссер не должен таскать декорацию. А потом эти артисты говорят, ну это неправильно будет как-то. Он говорит, он так посмотрел на меня, подумал, говорит, не надо тебе таскать декорацию, иди там отдыхай. Он придет. Ну, разговор был закончен, в итоге я стал ставить спектакль. «Счастье мое» Щербинского. Поставил спектакль, четыре артиста, два молодых, две молодые пары. Мы там, по сути, все жили в одной квартире. Все снимали, ребята, там квартиры. Там были хорошие молодые артисты. Потому что талантливых ребят призывали туда. И они шли служить. И было очень сильное старшее поколение в театре. Потому что старшее поколение были прекрасные артисты. Они сохраняли броню в Москве. Зарплата больше. Поем военный, билет туда-назад из Москвы два раза. То есть все были те льготы, ради которых многие московские хорошие артисты, кто не стал звездой в Москве, прекрасно работали там, ловили краба, чувствовали себя хорошо, и вот тут жили здесь. Такое, ну это село, такое театр, это в селе театр. И я, значит, с ними работаю, ставлю спектакль «Счастье мое», где есть две молодые роли, два старика. То есть все прекрасные составы. Репетируем все, показываем. Коллектив. Приходит коллектив в театр. Смотрит спектакль. Артисты все посмотрели первый прогон. Я говорю, прогон одних молодых артистов. Они все артисты посмотрели, поаплодировали, все прекрасно принимали. На второй день второй состав показан, а потом обсуждение. Тогда были обсуждения коллектива. И на коллективе стоит один артист, и говорит, слушайте, написали еще спектакль. Говорит, знаете, ведь я, говорит, когда видел первый прогон, я думал, как прекрасно импровизируют ребята.
Но когда я посмотрел второй прогул, я понял, что все это поставлено, потому что вся эта импровизация выстроена во втором составе, до поворота глаз. А это было, в общем, не то. Время было много. Дело было еще, мы и строили все, уже до миллиметра было выстроено. И был хороший спектакль. И вот показывается он военному совету. Там, не военный совет, там, как бы, ну, худсовет в Латине приходит. Худсовет в Латине, смотрит. Там начальник говорит, ну, товарищ младший лейтенант, ваше мнение. Он говорит, спектакль хороший, играют с огоньком, матросам показывать нельзя, потому что матрос в волнении бьет и спит с девушкой. Понятно, товарищ, там, старший лейтенант. А да, хороший играет с огоньком, показывать нельзя, спит, пьет. Все. Значит, капитан, хороший играет, показывать нельзя, все по одной схеме. Я понимаю, что дело идет к тому, сейчас они вообще закроют спектакль. А что значит нельзя показывать матроса? Это значит, а главный претендент это матрос. То есть если его не будут показывать матросом, то ну два раза офицеры посмотрят его флотилии, и вопрос закончен. А матрос это каждые полгода меняется призыв, и спектакль может жить. А так он умрет через пять спектаклей, и все, и вопрос закончен. И тут один из них майор, а я уже начал на взводе, и там один такой капитан третьего ранга, он был глава подводника, главный, он был идеолог по подводнику, такой главный идеолог. Сын у него был наркоман, по-моему, точно тоже был, такой был, очень был идеологичный, такой очень нравственный. Он так следил, говорит, товарищ матрос, он говорит, а что вы вообще хотели сказать нам этим спектаклем? Такой как-то вот так, ну, не вы, ты. А что ты хотел сказать мне в спектакле? Я говорю, ну вообще обычный режиссер говорит в конце. Ну, товарищ матрос, я думаю, мы нарушим сегодня эту традицию. Но чего хотел сказать-то? Ну, тут я уже заявил. Он моего возраста, ему там мне 26 лет, ему 26 лет. Ну и как-то так неприятно, когда тебе так говорят. Я говорю, я хотел поставить спектакль про то-то, то-то. Такие ценности, там история такая, как девушка, вот она все совершает, чтобы сохранить, там ее отца расстреляли, вот она чувствует ответственность за продолжение рода, что вот это ты, вот ей надо совершить этот поступок, чтобы сохранить вот как-то память об отце. И что-то я ему говорю про нравственность, он говорит, ну вы у нас уже учить стали. Я говорю, знаешь что ты, помолчи и послушай, раз меня поднял, понял? А потом я закончу, и ты будешь говорить, понял ты, капитан? Там такси говорит, там какой-то человек, и тут я говорю, да, а то, и дальше, ну так вот, нравственные ценности, ясно, ты перешел. Там все говорят, так, тихо, и главный ЧВС, глава флотилии, говорит, ну, он был идиолог, говорит, ну, давайте не будем ссориться, вопрос нервный, художник волнуется, он там был с юмором, человек говорит, и дальше он говорит, знаете как, главный оказался, как всегда, самым умным. Это, он говорит, вы знаете, говорит, я был с дочерью только, что она, правда, была с девочкой, смотрю. Ей 16 лет, и она плакала в конце. Ей понравился спектакль. Она говорит, папа, какой потрясающий спектакль. Говорит, подождите, давайте, может, соберем членов всей флотилии, матросов, не матросов, а командный состав, покажем главе флотилии, пускай посмотрит, может быть, мы недооцениваем наших детей, может быть, ну, может быть, все не так просто. Давайте покажем. И, значит, через два дня показано, назначим второй показ, приходят все с женами, офицеры, потому что глава платили, приходит с женой. Он приходит с женой, садятся, весь зал садится, кончается спектакль. Жена главного встает и стоя хлопает. Что происходит? Весь зал, конечно, тоже встает. И тоже стоя хлопает, потому что главный встал. Ну и мы правда. Все дальше вопрос не обсуждается. Спектакль принят, меня подводят к этому главному, они тоже ленинградцы. Меня поздравляют, все мило, я там в форме. Ну, такая неловкость от матросов, как бы вроде по стойке то ли так стоять, то ли нормально, ну как-то есть свои нюансы. Когда разговариваешь с командой, поговорили. После этого пьянка обычно в театре происходит, вы все знаете, любят артисты нажраться. Это не то и дело, и режиссеры тоже любят это принять участие. Вот. Все собираются пьяться. И туда приходят, естественно, те члены худсовета, которые его закрывали в спектакле. И этот майор сидит. Понимаешь, как капитан третьего ранга, он уже там нажрался, и он говорит, знаешь, говорит, там он присягает, вот, на, обидно, срака, вот, когда ты так меня заорал, я сразу понял, в спектакле что-то есть. Когда ты меня заорал, я понял, в
Формула Бабушкина, я хорошая. В итоге, в общем, все это прошло, спектакль шел там что-то 8 лет и так далее, все дальше было просто. Был приказ по флотилии Астрахана не демобилизовывать, пока не поставили к 40-летию победы. И, значит, я ставил, как дембельский наряд, я ставил пьесу «Леонова нашествие». Такая не очень известная пьеса, но старшим я не знаю эту пьесу. Автор Леонов прекрасно говорит, ну когда я еще поставлю эту пьесу, вот тут я ее поджал и поставлю. Я сказал, артист, давайте быстро поставим, я хочу отсюда, мол, свалить. Домой вернуться. Поставили спектакль, все было сделано, я уехал домой. И после этого, в общем, там происходили мои дальнейшие приключения. Одно из дальнейших приключений было следующее. До того, как идти в кино, еще раз скажу пару историй, потом перейдем в кино. Но ничего, нормально все, нет? Интересно, хорошо, тогда я рассказываю дальше. Значит, история следующая. Понимаете, ну как, я работаю в Свердловске. И я вот, например, когда я служил в армии, до армии я поставил доходное место Островского. Как-то фестиваль, спектакль был на фестивале в Костроме. Но в Костроме спектакль посмотрели. Этот спектакль был выдвинут в Кострому, отправил его туда нынешний директор Большого театра Урин. Он тогда посмотрел, он был завкабинетом детских театров, он приехал в Свердловск, посмотрел мои спектакли, ему они очень понравились, и доходное место он рекомендовал на фестиваль Кострому. Он тогда был маленьким чиновником. Вот, забавно, с ним тоже история потом уже. Он рекомендовал спектакль. Я приехал в Кострому, он сказал, не волнуйся, там поговорил с несколькими известными критиками, они обязательно тебя поддержат там, ну потому что там будет сложная ситуация, там одни академические театры. Приезжаю в Кострому, все академические театры. Потом, как выясняется, там как премия 500 рублей, и премии все уже поделят. В общем, там есть там ВДТ, малый театр, ну кому-то надо всем дать. Премии мало, но уже все расписано. И тут показан доходное место Свердловского ТЮЗа. На этом показе заканчивается спектакль, и тогда никому неизвестный критик, а ныне звезда театроведения Таня Москвина. После спектакля встает, она была аспирантом, говорит, что первый спектакль, где я понимаю, зачем сегодня поставили на строс, это вот, это спектакль. В том, что на спектакле стоя аплодировал зал, там все было в порядке. Все было принято, говорит, вот. Так, и тут же на нее накидывается вся критика, ей говорят, что все это неправ, что она говорит глупости, ну, и вообще спектакль уничтожается. Только что зал стоял, а тут как полный поставил. Вот это у меня было первое как впечатление, как это бывает. Зал стоит, хлопает. Причем это как? Это же не какой-то зал, не знаю, откуда собран. Это люди, пришедшие, фестивальная публика. То есть люди, пришедшие в театр, люди любят театр. И они пришли смотреть спектакль. Они стоят хлопают, а потом нам критики рассказывают, что это не было искусством. Это было чем-то другим. А там, где зрители спали и плевались, это было искусство. Вот это такая форма, это у меня были первые впечатления, что так бывает. То зал спит, а потом это объявляется высоким, большим художественным произведением. А тут зал, понимаете, аплодирует, а это потом не объявляется ничем. Не важно, почему это произошло. Уехал я с этого фестиваля, и тогда после этого я ушел себе в армию. И тут мне мама пишет письмо. Знаешь, говорит, я прочла книги Товстоногова, мама после того, как сын стал режиссером, стала читать книжки про театр, понимаете? У нее появился, я считаю, что в общем, что я сделал хорошее в жизни. Я, конечно, дал маме возможность, когда она уже была, когда уже она не работала, уже я дал некий интерес. Она, потому что у меня была тема, которую она может обсуждать. Но что обсуждать там изобретение моего брата в авиаприборостроении? Она ничего не понимает, никто не понимает. А спектакль, который все могут посмотреть, мама может обсуждать с подружками, то есть есть повод. И у нее было, и мама, естественно, читала. Мама ездила на все мои спектакли. Я помню, когда приехала, я репетировал «Красную шапочку», она приехала с перелета из Ленинграда, приехала в Свердловск, нравится во времени, и мама так устала, что она села, мама пришла, в первый раз ряд и села. Ее репетиция, и мама засыпает. Ну как, значит, приехала мама к режиссеру, я репетирую, мама спит. Я выхожу, говорю, мама, говорю, проснись. А что такое? Баба, ну не очень хорошо спать. Тебе, ты должна быть просто в восторге от того, что там делают. Только народ это может не понять. Если мама уже спит, то тоже говорит про остальные. Ну, это же забавно. Не важно. В общем, мама пишет мне, что Товстоногов в своей книжке «Зеркало сцены» ругает твой спектакль «Доходное место». Представляете, он ругает спектакль. Я говорю, ну он же его не видел. Я знаю, что его там не было.
говорит, да, ужасно. Я говорю, слушай, мама, это не так ужасно, потому что у меня есть повод к нему сходить. Он подставился. И я, естественно, вернувшись из армии, первое, что я делаю, я звоню его секретарю, нынешнему секретарю ВДТ, Ире Шимбаревич. Она была у него секретарем, естественно, я взял, потому что мы все учились в одном вузе. Я говорю, Ира, мне надо попасть на Стоногу водоприем. Она говорит, тут это Стоногов мы знаем, естественно, понятно. Берет, значит, Стоногов, БДТ, самый рассвет и все так. Ленинград, самый европейский режиссер, мировой, мировая звезда, знаменитый. И говорю, запиши меня на прием, только мне нужно, чтобы у него было хотя бы минут 20 свободных. Так я найду время, приходи тогда-то, время есть. Я прихожу, надеваю белый костюм, душ принял, все прилично выгляжу. Значит, с собой у меня это самый, давайте самые все статьи собирают с вами, волнуюсь, готовлюсь. Дома перед мамой проигрываю весь разговор. Ну, естественно, схему всю проходишь, выстраиваешь. Режиссер же обязан считать, ну, хотя бы на ходы 4, лучше на 7. Так вот, я прихожу к нему, сажусь, говорю, я такой-то, такой-то, пришел к вам. Он говорит, ну, что, Сидор-то встал, да. Какой-то, я такой-то, я бы хотел у вас быть на стажировке. А мне Ира до этого сказала, ты должен добиться, чтобы он нажал кнопку. У него в столе есть кнопка. Вот если он ее нажал, значит, он меня позвал. Значит, дело пойдет тогда. Какое? Что-то будет происходить. Я говорю, Юрий, я такой-то вот, хочу пройти стажировку. Он говорит, ну слушайте, стажировки у меня расписаны уже на 10 лет вперед, у меня все известные люди. Я приглашал, целое событие, один стажер. Я говорю, ну раз, я же знал, что я говорю, ну раз стажировки быть не может, тогда я готов вас поставить спектакль, я думаю, это заменит стажировку. Ну, так просыпается, он говорит. Что, я дал спектакль, надо вставить спектакль. Меня ставят люди там известные, которых я знаю. Я говорю, ну вот у меня написано во мне много рецензий, я такой типа рецензий, хорошие статьи. Он говорит, ну мало ли, ну там напишу, какая-то стандартная, мало, что критики напишут, знаете. Я должен сам видеть, это целый процесс. Я говорю, то есть вы даете только тем, кого видели, знаете, ну хорошо. Я говорю, ну вы же видели мой спектакль. Он говорит, как, ну так, мы же писали мне рецензию. Я говорю, вот где, у вас в зеркале сэр. Тут вижу, что он просыпается. Я говорю, вы написали, что некий вот, что вот доходное место Марк Захаров поставил в свое время, это великий был спектакль, он поднял там на тему компромисса на огромную высоту, а молодой там какой-то нахал, он не называет его фамилию, из Свердловска, опустил все это в быт, сделал такие бытовые сцены, подавел все это до фарса, ты-ты-ты. Так, Юрий Александрович, во-первых, вас неверно информировали о моем спектакле. Дело было следующее, Марк Захаров, никакой заслуги его нет в том, что он поставил, потому что компромисс, и так будет компромисс. Эта пьеса написана про компромисс. Ее как не поставь, она будет про компромисс. Какое тут открытие? Вот ее как не поставь, хоть так поставь, хоть так, она все будет про компромисс. Открытие ноль. Так что там написано глупость. Тот, кто у вас писал это, он сделал глупость. Это первое. Второе, говорю. Вы говорите, зачем я так делаю? В быт окунули. Потому что Жадов, это главное. Но вот основной у себя формула. Если есть замысел, он всегда учит студентов. Замысел, во-первых, это то, что можно украсть. Второй замысел может быть изложен за 3 минуты, если он есть. Если его нет, то вы изложите его. Я говорю, ну я помню, эту форму быстро его излагаю. Жадов, это человек, который вырос на деньги дяди, своего дяди, который вор, абсолютно коррупционер. Он вырос, при этом ничего не понимает ни о чем. Он абсолютно такой вот домашний мальчик, который нахватался идей и верит в эти идеалы. При этом у него бриллиантовая брошка, при этом он богатый мальчик в роскошном костюме, что живет за счет богатого дяди. И только когда его дядя послал со всеми идеями подальше, он пошел в жизнь, окунулся, прошел все эти испытания и в итоге стал, ну, значит, он и стал вот этим человеком, который правда уже что-то пережил за эти идеалы. Когда он в конце говорит, что я буду этим жить, мы можем уверить. А вначале хочу быть комический персонаж, должны смеяться над ним. Потом мы ему сопереживаем, а потом, то есть должен быть путь героя. И в этом был наш ответ. Я ему быстро все это рассказываю, он так на меня уже смотрит с интересом. Говорит, ну знаете, может быть, если бы я его видел, мне бы он понравился. И тут он делает что? Нажимает эту кнопку. Нажимает кнопку, выходит Ира. Он говорит, Ира, надо вот пригласить парня на стажировку. Она говорит, так нам прислали стажировку. Он говорит, присылают всяких мудаков.
Приходит там больной, больной, его не можно отвлечь, что ли? Позвони в министерство, вне очереди его срочно взять. И так была решена моя судьба по приходу в БДТ. Я там оказался, и там сложных дальше много было историй. Я поставил там Женю Бальзаминова. С этим, наверное, тоже были свои события. Женю Бальзаминова Островского, БДТ. Я тоже... Не надо идти никогда на компромиссы. Никогда не надо идти на компромиссы в нашем деле. Любой компромисс возвращается. Я совершил компромисс. Они сказали, вот мы тебе даем художника. Нашего художника, с которым я никогда не работал. Я говорю, ну ладно. Хотя не надо на это. Надо брать того, кого знаешь в нашем деле. Я беру художницу, и художницу, прихожу к ней и говорю, слушай, мне надо вот в Бальзаминове, мне нужен забор и круг. Чтобы забор был на кругу. Вот круг поворачивается, когда Бальзаминов лезет через забор. И он как бы оказывается здесь же, только уже в другом месте. А там надо натянуть гамак, чтобы Белотелова была в гамаке, и он упал в гамак прямо на Белотелову. Они там в этом гамаке будут крутить, будет смешно. Говорю, вот техническое задание, все остальное, говорю, как угодно. Суждение, как ты выйдешь, какой будет забор, вид. Я говорю, вот нужен круг и забор. Она мне, тут она мне говорит два вопроса, и мне надо было бы насторожиться. Но я как лопух не настораживаюсь. Она говорит, а почему уверена, что Толубеев полезет через забор? Я говорю, а что же не полезет, если там ремарку автора написано, Бальзаминов лезет через забор. Ну, народный артист все-таки, знаете. Я говорю, ладно, говорю, ну не знаю, полезет, я говорю, не заморачивайтесь. Я даже как-то мне смешно, она говорит, а почему ты думаешь, что там Крючкова свет, это все, они заняты, ляжет в гамак. А куда, говорю, ляжет, скажу, ляжет, ну а что дальше? Куда ляжет, почему она не ляжет в гамак? Ну, не знаю, это БДТ, это такой театр. Я говорю, ладно, не можете, делайте спокойно это решение, я за все отвечаю и уезжаю в Болгарию, где в это время я должен был ставить утиную охоту. Уезжаю, возвращаюсь, через три дня у меня там была сдача макета, мне звонит Дина Моррисона Шварц, это Зафрита Станогова, его правая рука. Вообще прекрасная женщина, звонит Дима, скандал, я говорю, что случилось? От вас отказалась Земцова. Ну, два слова прямо, чтобы было понятно. До этого я уже в Ленинграде поставил два спектакля. Я поставил Ваську в ТЮЗе и «Удалой молодец города Запада» в институте. И я был признан лучшим режиссером года. То есть я стал известным парнем, там, молодым в Ленинграде. То есть аура вот эта известная уже висела. Я уже пришел в постановку, в общем, не начинающим, а уже в Ленинграде имевшим успех. В этот момент был важен. Потому что если было бы по-другому, то, может, и разговор бы шел по-другому. Вот, говорит, вот такая вот история. Она от вас отказалась Земцова. Я говорю, ну, говорит, позвоните Кочергину. Кочергин, это правило, ну, все знают, прекрасно, художник. Все. Звоню я Кочергину, который начинает на меня орать. Что ты, вдруг он Кочергин тоже говорит, молодой режиссер, как вы не умеете работать с художником, да как ты мог, он сечет, орет, орет. Я говорю, пошел ты. Прямо или нет? Если ты, раз уж ты мне тыкаешь, не смог своей дури ученице объяснить, что такое этика Станиславского, так пошел ты. Потому что она должна была сначала мне сказать, что она не может со мной работать, а потом идти стучать на меня начальнику. А раз ты не объяснил, так иди ты. Все. И бросил тут. Потому что я понял, что мне лучше скандал и отсутствие спектакля в БДТ. Чем провальный спектакль. Думаю, уйду сейчас со скандалом, и сказать, послал всех на. Нормальная репутация. Хорошая репутация. Типа, в ситуации двух успехов уже в Ленинграде. Я понимаю, два успеха уже есть. Тут, если, то... И я кричу, мне звонить через три минуты. Шварц, Дима, вы послали. Она уже веселая. Она уже, вы послали Кочергина. Так, срочно к постанову. Вот там скандал у тебя. Он же пришел по своему ругать, что вы послали его. Я говорю, приезжайте срочно в театр. Я приезжаю в театр. Прихожу, сидит на станок, сидит Кочергин. Он говорит, так заинтересован. Как это необычная ситуация. Его главного художника послали. Вот. Он говорит, Дима, что случилось? Я говорю, Герсон, может быть, меня неправильно учил Александр Александрович Музин? А я знаю, что они с музеев карты по вечерам играют. Музей, Александр Музей, которого вы сейчас не знаете. Но мне было объяснено так, что я должен поставить функциональную задачу художнику.
А я ставил ему задачу. Мне нужен круг, забор. Бальзамин говорит, через забор. Забор крутится, там гамак. Он упал на белотел, и уехал. Он говорит, Эдик, смешно. А что? Но Георгий Саныч, там же невозможно сделать этот забор. Это малая сцена, это целый круг. Это мы невозможно. Это технически... Зима, вы понимаете, что там невозможно это сделать? Это сложно, технически. Я говорю, не надо большой круг и не надо большой забор. Пускай будет одна маленькая ставочка. Пускай она просто повернется без круга. Нужен эффект перелезания, а дальше гамак мы там натянем, как Эдик. Ему нужна маленькая ставочка. Ему нужна ставочка. Перелезли и упали. Он говорит, ну это не в стилистике Островского, эти конструкции. Островский другой автор, другая поэтика. Ну, удивите, да, поэтика там другая. Любая поэтика. Пускай сделают декорацию в виде досок, в виде жестовского подноса. Могут делать ее мрачной, могут делать ее цветой. После чего сидит директор театра. Суханов. Геннадий Ильич, ну это все. А замдиректор, ну Толя Александрович, ну тоже известный человек, вы его знаете, который руководил большим театром. Он на замдиректора. Они сидят там, присутствуют. Все с радостью смотрят, как Кочергина тут посылают. Потому что Кочергин все время за границу и делал такие декорации огромные, которые тяжело было монтировать. Ну, это всегда вечный конфликт администрации и художников, но у них свои конфликты. И они рады, что кто-то его тут, значит. Суханов говорит, подождите, Дима, вы говорит, гуляйте. Не волнуйся, говорит, иди, работай. И вызывает Эдика, и потом мне уже Иксанов рассказывает. Он, говорит, за долгие годы хоть один договорился с нашими идиотами-артистами. И нормально с ними работают. Они не бегают на станок, они ему не стучат. И в этот момент вы вдруг начинаете ему срывать это дело своей декорации. Говорит, какой нужен забор? Астраханов спросил, я говорю, 5 метров. Я говорю, точно не знаю, 5 метров. 5 метров пускай идет. Тут говорит, ну это огромный день. Эдик, что тебя волнует? Ты что ли платишь? Я директор, 5. Какой забор там? А чтобы сделать этот забор, ему пришлось сварить целую конструкцию из дюраля алюминия, чтобы этот гамак у нее висел. Забор крутит, ну это такая сложная штука, ее варили на заводе ВАМО. В итоге спектакль был, он был показан, но самого уже не было. Он как раз умер, вот когда был период репетиции. И когда уже был потом показ спектакля, сидел в худсовет БДТ, а что такое худсовет БДТ? Это Лебедев, Фрэндлих, Басилашвили и так далее. Все звезды, еще жившие, многие из них тогда, Стриженчик, все сидят. И первый берет слово Евгений Ильич Лебедев, только Лебедев мы понимаем, родственник Постанова, женатый на его сестре, который жил всегда. И он говорит, я вижу этот спектакль, я вспоминаю Тбилиси, вспоминаю спектакль «Женитьбу», которые поставили, где было много фантазии, было много спорного, но было бесспорно. Это было очень ярко и интересно. И его поставил тогда молодой Тостанов. Вот что я вспоминаю, глядя на этот спектакль. Пусть еще Лавров сказал, ну, можем заканчивать. Все-таки все уже сравнили с молодым Тостановым. Вопрос был закончен, и правда, я был взят в штат БДТ, все было решено, и в этот момент, а параллельно зашла моя история с кино. История в кино была следующая. Я хотел снимать кино. И сценарист Олег Данилов, это особая страница моей жизни, Олег Тютиш, жив-здоров, вот он написал «Деточки эти», вот мы уже сколько знакомы с ним, 32 года где-то. Это началось еще с тех пор, а Олег писал, и все будет хорошо, это у меня одна, и «Перекресток», все фильмы писал он сценарий. Это его сценарий. И мы тогда уже начали работать вместе, в театре. И когда появилась вот возможность снять фильм, это целая тоже история, я попал к Герману, но неважно. Герман говорил нам простую задачу. Ребята, вы должны дать гениальную идею. При этом Герман сходил на все мои спектакли, надо дать ему тоже. Он сходил в «Тюз» на «Ваську», на «Удалого молодца» города Запада, и он сходил на «Бальзамину». Он сходил на все спектакли. И он говорит, надо принести гениальную идею. И я тогда ему принес эту идею, которую мы посидели с Аликом, мы придумали, это «Изыди», «Идея Изыди». Это фильм о еврейских погромах, не знаю, кто видел эту картину или нет, вижу, что не все ее видели. Рекомендую. Я очень горд этой картиной. Это картина о еврейских погромах, которые были в начале 20 века,
страна наша, это был 89-й год у нас, да? Страна разваливалась, и мы решили снять фильм о том, как, что все национальные конфликты обычно инспирируются государством, кем-то, каких-то интересов. Что сами по себе конфликты национальные не бывают. Что это не бывает, но это что нетипично. А все-таки это значит, чьи-то интересы за этим стоят. Обычно это делало всегда государство. Что же касалось еврейских погромов, это были абсолютно инспирированные вещи. И мы решаем снять про это фильм. Герман говорит, прекрасная идея, пишем сценарий. Он работает с нами так, он читал и говорит, недостаточно гениально. Мы говорим, что так, что надо сделать? Говорит, Дима, не морочь голову, увидел спектакли, думайте. И вот в итоге был написан где-то четвертый вариант, который Герман принял. На него дается, я вам как бы рассказываю всю кухню, понимаете, сразу. Ну, он принял спектакль, фильм, запуск, а это дебют. На дебют дается 100 тысяч рублей. Он говорит, 100 тысяч рублей есть, пожалуйста, снимай. А это, я говорю, слушай, ну это не короткометраж, у нас полнометражный фильм. Причем постановочно, исторически, там нужно где-то миллион минимум, в то время это было, 800 тысяч, миллион, в то время. Он говорит, ну, Дима, есть 100 тысяч, снимай. Я говорю, а если я найду частные деньги? В этом была прелесть того времени. Можно было. Он говорит, пожалуйста. Я выхожу с этого фильма «Весна, что делать, нужны деньги». Куда идти, думаю я. Думаю, ну раз фильм про евреев. Думаю, надо сходить к евреям, подумал я. Стал я думать, где же у нас евреи тут в Ленинграде? Стал я думать. Звоню супругу, говорю, есть у нас какой-нибудь культурный центр еврейский? Что мне говорит, есть в ДК Кирова еврейский культурный центр. Еду в ДК Кирова сразу, приезжаю, сидят, значит, вижу, и правда евреи. Ходят, писатые, шляпа, все нормально, все как полагается. Я что там что-то двигают, я говорю, товарищи, кто у вас отвечает за культуру? Мне говорят, вот тому там. Такой сидит Володя Камышев, как сейчас помню. Сидит человек. Здравствуйте, здравствуйте, мы не были. Говорит, вы кто? Я говорю, я Астрахан. А где вот ВДТ? А, он что-то слышал про спектакль. Что хочешь? Я говорю, мне нужны деньги. Он говорит, на что, хочу снять фильм. Про что? Я рассказываю про что. Вот минутку. Когда вот про это, про это. Знаете, мне нравится. А сколько надо? Миллион. Он говорит, нормально, дадут мне миллион. Я говорю, хорошо, я так немножко. Я говорю, хорошо, так что, договорились на встречу с Германом? Договорился. Я звоню тут же Герману, говорю, Юрьевич, мобильных не было, я звоню там в кабинете, говорю, Юрьевич, можно? Да, вот тут люди готовы дать миллион, хотят с вами встретиться. Это пауза, да, представляешь? Я вышел из кабинета часа два назад. И уже звоню, что есть миллион. Он говорит, когда мы тут? Ну давай завтра, пускай подъезжаем. Приходим. Я его жду около метро Горьковское, кто знает, Ленинград, метро. Ну там Ленинград напротив. Вот там уже с таким дипломатом. Я проглядываю дипломат, ну давила там миллион. Ну я про себя. И мы с ним идем в этот сад. Проходим в этот сад. Идем к Герману. Сидит Герман. Сидит его жена Карманита. Как всегда с корзинкой. Она вся ходит в грибной корзине. Как загребались. Там сейчас корзины, сидит Света, сидим. И сидят. Я говорю, вот человек пришел, готов дать миллион на мой фильм. В это время там был такой редактор, у них Юра Павлов, который стоит и с какой-то девицей трендит по телефону. И вот тогда, знаете, это как надо понять, это 89-й год, это, да? Время, что такое то время? Все непонятно. Наступили где новые времена, когда ничего не понятно, все меняется. И сидит человек, и как я тогда понял, как Герман быстро сообразил, как поменялись времена. Герман говорит, ну, иди, можно там подождите две минутки, он просит его камушку, выйти на две минутки. И он начинает орать на этого Юру, ты идиот, пришел человек, готов дать миллион, а ты сидишь, не трендишь с какой-то бабой. На этот миллион студия будет жить. Поэтому, что мы снимем фильм, у нас будут отчисления, зарплата, значит, твоя же зарплата, придурок, куда вы пиздец. То есть он уже все понимал. В итоге с Камышевым договорились, в этом чемоданчике миллион не оказалось, но оказался договор, который был подписан, и через неделю поступили деньги на Ленфильм. Потом я ходил, когда по Ленфильму, все говорили, СМДРС, это Астрахан, за ним евреи.
Они дали ему деньги. Он где-то там, представитель, просто витал в воздухе там. Что за ним, что ли. Большое спасибо. В общем, вся эта схема происходила. Дальше происходит следующее. Дальше я запустился в картину и стал готовиться. Ну, я готовился. Я же кино не снимал, я не учился кино. Я ставил спектакль. Я был много, поставил за спектакль. Ну, я репетировал, я что-то делал пробы. Где-то месяца 4 я делал или 5 проб. Вдруг мне звонит Камыш, он говорит: слушай, Виктор, а ты когда собираешься снимать? Я говорю: ну вот скоро. Он говорит: ну не знаю, там, давай встретимся. Он говорит: понимаешь, говорит, я тебе дал деньги от Азманбанка. Азманбанк — это азербайджанский банк из Баку. Я у них представитель по культуре. И они не очень понимают, на что я дал деньги. Потому что я распоряжаюсь деньги. Но я, говорит, через месяца 2-3 уеду в Израиль. И когда я уеду, я не могу уже контролировать поступление к тебе денег. Кранчик может закрыться. Поэтому ты снимай быстрее. Я говорю: все, я понял. Через 2 недели мы выехали в экспедицию и сняли фильм из Иги. Сначала сняли полкартины. Потом, когда мы выехали, Камышев, как выяснилось, уехал раньше, Толин ушел уже с работы, кран перекрыли. Через 2 недели съемок звонит Голутвар Александр Алексеевич, тогда он был директор фильма, потом он стал министром по кино. Я снимал закон и останавливают нам фильм. В итоге я возвращаюсь в Ленинград, там после долгих перипетий, в итоге Голутвар под собственную ответственность позволяет, я его убеждаю, что он мне позволил доснять фильм. Сработало одно, что я за эти 15 дней снял почти 60% картин. Это огромная темп. Он говорит: сколько вы сняли? Я говорю: там 1200 полезных минут. Он говорит: привезите материал. Мы привезли материал. Он говорит: и они приняли решение, раз я быстро снимаю, я сейчас я за 15 дней сниму. Ну а дальше будем разбираться, а потом уже остановите нас. И потом он уже фильм будет снят. Он же лежит в коробке. А дальше разберетесь, какие деньги, чем, кому принадлежит фильм. Потом 10%. И он нам дал эти 15 дней, за эти оставшиеся 15 или 20 дней, пока шла вот эти 5 дней, мы сидели, за эти 5 дней, пока мы сидели с Аликом Даниловым в Ленинграде, а группа сидела в Чернице, мы посмотрели фильм, и мы поняли все ошибки, мы вернулись и заново его пересняли. И мы сняли за эти 20 дней все, что снимали до этого, и весь фильм. И был снят фильм из Иги, который был поставлен на соискание Оскара в СССР. Понятно. Был первый фильм мой, он был сразу такой дебют. Я был представлен от СССР, это последний фильм от СССР. Одновременно там тогда возглавлял Оскаровский комитет Климов. Я был дебютант. О том, что я стал представителем от СССР на Оскаре, я узнал в гостинице «Россия», на съезде, там где-то театральном съезде. Я был там от ПДТ, и ночью мне в дверь стала колотиться Дина Борисовна Шварц. И говорит: Дима! Вы читали «Известия»? Я говорю: нет, вы едете на «Оскар», она сказала. Вот тогда произошла вся эта история. Это была совершенно такая фантастическая история. Но до этого присутствовало, до этого что еще происходило? Ну, пару забавных историй. Снимаем фильм из Иги на Украине. Деревня Черницы. Не Черноцы, а Черницы. Это снимаем. И нам нужна там такая сцена. Погром в городе. И там улица, еврейская улица, такая еврейская птичка, все разгромленное. Там декорацию выложили, положили окровавленные трупы массовки. И так стоят массовки. И стоят некоторые жители и с такой любовью смотрят. С любовью любуются. Когда там было написано объявление: требуется массовка для погрома. Если евреи прибежали ко мне, говорят: что мы что, они не устроили? У нас погром, я говорю: какой погром, это съемки. Я сразу перепугался, и потом там было еще сцена, надо было снять обоз пограбленных евреев. Вообще, когда все окровавленные, где взять евреев? Столько, там говорят: ну нету местных евреев, столько просто гуяли, уже все, никого нет. Кстати, по поводу отъезжающих евреев, это была смешная история. Алик Данилов, еду, говорит, из Винницы, еду, говорит, в этом самом поезде, сидит напротив меня, говорит, мужчина. Такой мужчина, и поливая такой еврей. Говорит: евреи, говорит, сволочь!
все уехали. Зубных врачей нет, акушерок нет, сапоги нигде не под подонки, бросили нас, сволочи, уехали. Уливая их, это вот такой забавный такой наоборот, смешная ситуация. Но дело же было не в этом. Нужны были люди массовкой для погрома. Где взять эту массовку? Нет. Там 10 привели каких-то несчастных евреев, правда? А там нужны библейские лица, большая Востока, вообще 300-200. Мы выходим, там что делать, съемочный день, выхода нет, надо снимать, смотрим на всю нашу группу. Огромная группа. Ну, может, их всех из них сделать евреями? И так одного одели кипу, другого, и так всех, когда всех, совсем не евреев, а обычных людей. Нормально, раз это садались. Мы тобой совсем раз садились. На всех надели, на кого-то кипу, на кого-то усики, на кого-то. Получилось. И потом, я помню, там в Америке говорили, где вы нашли такие лица? Такие библейские. Я говорю, был тщательный отбор массовки. Мы долго ее искали. Это была тщательная работа. Работала 5 ассистентов. Это была большая работа. Это было выбрано вот так. Стоять, выбирать. И показали все. То есть это к вопросу о национальной вражде. То есть каждого человека может сделать кого угодно. Потому что, например, в фильме «Все будет хорошо». Вот этот японец, да, вы помните, да? Это товарищ Стояки, но это русский человек, который совершенно никогда не был японцем, то есть он был сделать японец, так, ну, чуть ему тут наклеили, чуть там, чуть усики, вот, и все, и раз, и японец. И он сыграл прекрасно, это японец. Вот, на самом деле, значит, вот фильм «Изыки». Фильм «Изыки» был, вот снимался об этих страшных временах. Вот фильм был показан. Но с ним была особая история, он попал в этот, как он попал на кинотавр. Это было, он попал на кинотавр, и на кинотавре это был как? Вот кинотавр. Первый кинотавр, Эйнштейн там руководит. Я еду на кинотавр с надеждами, с фильмом «Изыди», я все рассчитываю, все должно быть. Показываем фильм. В зале 30 человек. Пустой зал. Днем, лето, какой-то Астрахан, привез какой-то фильм. Никто ничего не знает. Для киношного мира все это пустое. Я понял, что все, ну провалился, никого нету. Все, лажа. Там буквально 3 человека и комиссия сидит. И вот заканчивается фильм, эти 3 человека встают и стоя хлопают. А потом я вечером иду на ужин. Я иду на ужин, я слышу, вот тут. Я вот слышу, как меня показывают. Вот когда я понял, что что-то началось. Вот началось, что-то произошло, я понял, что как-то что-то такое, вот этот, вон тот. А вечером мы на корабле едем, там пьянка на корабле была, и я сижу, и напротив сидит, сидит Балаян, прекрасный режиссер Балаян, и мрачно на меня смотрит. Долго, и говорит мне, мне сказали, что у вас был сегодня очень сильный фильм. Вот в его взгляде я понял, что и правда что-то случилось в моей жизни. Он внимательно смотрел, он изучал конкурента. Такой, ну, режиссеры так смотрят друг на друга, это бывает. Нам свойственно. Мы, как говорил Музиль, когда нас учил, говорит, вы не единомышленники, вы конкуренты. Потому что я не готовлю из вас друзей, товарищей. Вы все руководители производства, лидеры. Руководитель производства – это честолюбивый, тщеславный, упертый на успех, главный лидер. При этом вы должны быть приличными людьми, вы должны друг другу не хамить, вы должны нормально вести себя, но вы должны вот быть, бацилла вот этого стать первым. Это, как говорится, это профпригодность биомузея. Если этого нету, не надо идти в эту профессию. Эта профессия жесткая и так далее. Ну, вообще, знаете, я не знаю, что еще. Я могу даже рассказать про все мои фильмы, но я скажу только 2 слова. Буквально. Еще, а потом еще может вернусь к паре историй, парочке историй забавных из моей жизни. Что такое театр? Я хотел, чтобы вы понимали, что за этим стоит целый мир такой кухни, который проходит режиссер. Любой, он проходит каждый свою кухню. Но вот такой простой, чтобы было понятно. Я снимал фильмы «Все будет хорошо, ты у меня одна», которые являются у них такой визитной карточкой, считается. Вот там Данилов, Астрахан, они сняли такие вот оптимистичные фильмы, такие радостные, доброжелательные, добрые. Хочу сказать простую вещь. Понимаете, было то время, буквально, вот это 20 лет назад, когда вот у нас во всех жило вот это чувство, что страна изменилась, и нас ждет вот новое время, понимаете, счастливое время.
Вот это и все перемены. Вот эти фильмы, хотя они на самом деле достаточно сложные, я считаю. Может, могу про каждый говорить, но он сложный. Но эти фильмы пронизаны вот этой вот надеждой. Надеждой, что мир изменился, что все будет нормально. Прошло 20 лет, и вот мы снимаем фильм «Деточки», который совершенно другой. Фильм такой трагичный, фильм грустный, фильм, говорящий о том, что если закон не действует, если зло не наказывается в обществе, то мы можем прийти к трагической ситуации самосуда, и это может прийти к самым страшным последствиям, потому что люди не будут терпеть бесконечную несправедливость, они все-таки будут на нее реагировать. И это может закончиться очень печально, что власть должна быть властью, должна действовать в ситуации, она должна наказывать зло. И люди, потому что не может быть бесконечного безнаказанности, иначе будет реакция. Вот об этом. Ну, вообще, так, забавно, что, ну, что было по большой жизни режиссера. Вот процесс, творческий процесс. Ставлю спектакль БДТ. Вот я рассказал про отношения там, с художником, да? Знаете, режиссер и артист, это такая странная, это, с одной стороны, друзья, это союзники, с другой стороны, абсолютные враги. По определению, этот конфликт заложен в основе взаимоотношений режиссера и артиста. Потому что один должен заставить другого подчиниться его воле. И тут эта штука такое, как кто-то это сказал, вообще взаимоотношения артиста с режиссером, это добровольное рабство. Либо артисты либо идут на это добровольное рабство, либо потому что это такая штука сложная. И тут режиссер должен как-то вот это найти вот этот путь взаимоотношения с артистом. Пути бывают разные. Обычно у меня всегда это легко происходило, никаких у меня не было проблем в жизни. Был один случай, который для меня забавен. Есть такой прекрасный артист ВДТ. Валерий Ивченко, прекрасный артист, народный артист, который очень меня любит. Все. И вот проходила ситуация. Я репетировал «Удалой молодец», «Гордый зад». У меня придуман спектакль, я его поставил в институте, и меня попросили перенести его в БДТ. Один из активных тех, кто требовал переноса, был Ивченко. Он поддерживал, вперед. И я в благодарность за это дело даю там прекрасную роль отца. Придумана убойно, гомерически смешная, все придумано мной. Как ее надо делать? Начинаю репетировать. Нина Усатова, которая играет, все артисты, все делают то, что я прошу. И Ивченко каждый раз приносит новый вариант. Говорит, ну не надо, ну, давайте, вот то, что я... Он один вариант, другой. Ну я как-то терплю, мягко, 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 все так разговариваю. А дело идет, идет. Спектакль вечером собран, уже все играют. А он не играет то, что мне надо, а он главная комическая струна. Если он не играет, это не смешно. Потому что на нем завязана штука, там, придумка вся. И он этого не делает. И я раз, а там другое, там уже ничего не делает. В итоге на одной из репетиций остается неделя до выпуска. И он бросает такую фразу в конце репетиции. Те, кто есть актеры в зале, поймут. Он говорит такую фразу. Но так непрофессионально я еще не репетирую. И уходят. Весь коллектив театра. Все сидят. Я тут сижу, обтекаю после этой фразы, естественно. Сижу, значит, а я уже назначен худруком в Акимовский театр. Я вообще там весь из себя герой из себя, внутренне, уверен в себе. И просто я скажу, я знаю, что я не буду, что этого я не являюсь. Я говорю, что он не делает. А почему? Он не делает, не получается, рождается раздражение в него. И уже... А виноват кто? Режиссер всегда. Артист виноват один человек. Режиссер. Других вариантов нет. Успех? Ты первый. Чуть неудача, он тебя ненавидит и все. И ничья дружба не поможет. Все, забыл сразу. И значит, в пятницу, субботу я ухожу. Я понимаю, что моя репутация на кону, потому что это БДТ. Несмотря на все мои победы, нас судят по последнему делу. Поэтому я очень рад, что мой последний фильм «Деточки» вам так нравится. Нас судят по последнему делу. И я, а тут он сейчас так сказал, значит, что делать? Я понимаю, что я могу сейчас плюнуть. Но я не могу плюнуть. Я должен мстить, я понимаю. Выхода нет. И я думаю, я вынашиваю эту месть. Что делать, что вынашивать месть? Пятницу, субботу, да, остаток пятницы, субботу, воскресенье. Понедельник у нас репетиция. Последняя неделя, по две репетиции в день, все в декорации, все в костюмы. Прогон, все, финал, субботу. Собираемся утром на репетицию, я все продумал, все просчитал, прихожу и говорю, значит так, товарищи артисты,
Говорю, сейчас я прошу вас всех идти пить кофе или кто что хочет делать, а мы с Валерием Михайловичем пойдем и поговорим. И в зависимости от этого разговора мы решим, что делать дальше. Зачем 30 сидит все-таки? Время. А сколько ждать, как спросил Сережа? Сережа, как разговор пойдет? Творческий процесс. Куда, говорю, пойдет, Валерий Михайлович? Может быть, к вам придет? Ну, пойдет. Ну, народ напрягся, может, я убить собрался. Не знаю, ну что, пошли в Гринёв. Говорю, пойдем к Гринёв. Все ждут. Прихожу к Гринёв. Говорю, Валерий Михайлович, вы, говорю, ранили меня до глубины души. Вы, я не спал 2 дня в руке. Я не спал, я переживал, я мучился. Потому что вы меня оскорбили публично. Вы пятницу сказали, что я не профессионал. Это самое страшное оскорбление для режиссера, какое может быть. Для меня, я вообще худрук того же в театре, я не хочу слышать, вы публично назвали меня профессионалом. И как мне вам объяснить, что это не так? Ну как, ну вот как. Понимаете? Ну, Дима, я не хотел, вы поймите, просто я так говорю. Это все понятно, но что делать? Вы так? Ну, ситуация плохая, говорю, давайте сделаем следующее. Ну, пойдемте, говорю, к Лаврову, он был худруком театра, и закроем спектакль. Ну, что там, ну не договорились 2 художника. У меня есть решение, вы его делать не хотите, а я другое видеть не хочу. Я хочу видеть только свое решение, причем оно у меня есть. Либо вы его делаете, либо вы оно есть, потому что вы видели спектакль даже, как оно делается. Его, либо никакого другого. Ну, не договорились. Пошли закрывать спектакль. Говорю, я понимаю, что никуда он не пойдет. Уж какой нахрен он пойдет к Лаврову? Что он скажет Лаврову? Что давайте закроем спектакль, он говорит, с ума сошел. Он говорит, декорации пошиты, костюмы стоят. Что он ему скажет? Он скажет, ты что, Валер, ну, а что хоть? Я не хочу делать его рисунок. Ну, сделай его рисунок, раз он есть. А потом мы хоть с этим будем обсуждать, скажет Лавров. Естественно, я понимаю, весь дальнейший он сделал. И говорит, ну как, зачем же нам идти к Лаврову, ну что вы, Дима. Я говорю, ну нет выхода, ну не договорились, надо закрывать все это, чертовы бабушки, спектакль, ну не получилось. Все, состоялось. Все, вы меня обидели, все плохо, не может быть. Говорит, ну, я говорю, ну как же, нет, невозможно. Конечно, можно было его заменить, взять просто другого артиста, но мне нужна была чистая победа, публичная. Я говорю, нет, ну давайте, ну закрывайте. После часа препирательств, этих я ему говорю, ну есть один выход. Один есть, но навряд ли вы на него пойдете. Но вот есть один, что мы с вами вот сейчас идем обратно в зал, и вы делаете все, что я вам говорю, до поворота головы. А я вам все говорю, ну что, на какой фразе, вот где вы подняли руку, где вы улыбнулись, где вы укусили, где вы взяли ее за задницу, где вы укусили ее за грудь, где вы открыли глаза, все растут. И только у меня спрашиваете, а почему мы тут же идем на руку? А почему не тут же подписывай к Лаврову? А почему подтопить Лаврову сразу? Он говорит, ну как так? А другой выход как? В общем, куда мы припирались, мы с ним поговорим. Обреченно понимая, что я его загнал, он говорит, ну пойдемте. Мы приходим к артистам, которые 2 часа нас ждали. Все с интересом ждут. Видят фингалов, нет, все нормально, оба трезвые, все в порядке. Что? Народ с волнением ждет. Я говорю, Валерий Михайлович, пожалуйста, да. И он все делает. Я понимаю, там, они на Усатого с ним парень, они играют, там, он все делает то, что вчера оказывался, все делает до поворота, все, шелковый. Никто ничего не понимает. Причем он делает как? Ну, левой ногой. Он делает, он формально все делает, но я же знаю, что сегодня он делает формально, а когда придет зритель, он включится, потому что куда деваться, зритель в зале. Играть надо, уже поздно, а рисунок-то выставит. Все не понимают, что происходит. Все не понимают, что я, естественно, потом в кулуарах всем рассказываю, как я его добил до этого состояния, чтобы он знал, чего есть. То есть оскорбление должно быть наказано. Не надо режиссера публично оскорблять. В итоге, значит, идет спектакль, премьера, его роль признана лучшей. Вот Сергей говорит, ваша лучшая работа актерская, все ему говорят, Макарова говорит, у вас лучшая работа, вы лучше всех. Он говорит, тут он встает и говорит, Астрахан нас всех вообще там заставил, вогнал в рисунок, заставил делать схему, все, и вот все, я говорю, только вы уж народу-то не расскажите, что я и вас вогнал в рисунок, и вы играете полностью мою схему, а видите,
Народ аплодирует, потому что я хороший артист, сказал Дим. Я думаю, что остальные все говно, да? В общем, мы с ним пообщались, кто-то выбежал из суцета. Остальные все артисты радуются, естественно, потому что Остин народный артист. Но это как, это коллектив, это всегда все сложные отношения. Все друг друга любят, естественно, ну, тянут. Серпентарий, единомышленник в эту зиму. Это все милая такая компания. В итоге все это состоялось, и было... Я говорю, что иногда режиссеру приходится и на такие идти, чтобы, потому что, на самом деле, что самое главное для режиссера, это, в общем, его реноме, его лицо, потому что это мир узкий, как-то простой, как узкий, как-то, все друг друга знают, все распространяется моментально, как ты себя вел, что ты делал, как ты работал, все знают, всегда все знают. И поэтому эта репутация, как будто такие вещи, они раз позволил, два позволил, и дальше превратился, не поймешь во что. Ну, слушай, давайте вопросы какие-нибудь. Мы недолго беседовали. Там есть еще, я одном кусочек вам покажу небольшой, да. Что это такое? Да, спасибо. О, спасибо. Да. Вопрос, давайте, вопрос. А пока зарядите нарезку. Нарезку задели так, да? Так, из сообщений СМИ и интервью многих российских биографистов мы знаем, что 6 лет назад произошел раскол, образовался две группы. Две группы. Одна поддержка Михалкова, другие Хуцеев. В чем суть разногласий? Чья позиция вам ближе? Ну, вы знаете, я, к счастью, по большому счету, никогда в это не вникал. И настолько счастлив, что я могу этим не заниматься. Я никогда не был близок к Союзу, я членом Союза стал уже, будучи там известным режиссером, случайно, потому что узнали, что я член Союза, Прошкин, и через два дня там меня пригревнутся. Вы знаете, они хорошие все талантливые люди, великие режиссеры, что один, что другой. Что-то там крутилось вокруг здания Союза, не буду вникать, потому что было много по этому поводу разных вещей, не буду ничью позицию отставить. Как вы оцените ситуацию в российском кинематографе? Ситуация в российском кинематографе, как ее оценить? Вы понимаете, она, я думаю, как это ни странно, абсолютно нормальна для того периода, в котором мы находимся. В чем этот период? Рынок в состоянии зачатка. Вообще рынок должен определять кино, рынок. В телевидении это происходит быстрее, потому что нужно много фильмов. И на фоне того потока, что снимается, я считаю, что там идут сериалы, да? Вот НТВ снимает сериалы про бандитов, да? Ну, есть примитивные, есть очень примитивные, а есть Карпов. И, например, сериал «Карпов» мне, я сейчас не буду обсуждать там долго, но я сейчас серьезная, очень серьезный сценарий, очень серьезная история, драматическая, необычная, когда главный герой абсолютный подонок, с одной стороны, и выясняется, что тут жуткий подонок, раскаявшийся, намного порядочнее, того окружения, как бы положительное, которое вокруг него. Вообще, там очень интересно сделано. Не зря он получил такие огромные рейтинги. То есть, среди вот этого потока стрелялок, там, всяких криминальных историй, на тоже криминальная история, но уже другого класса. Слушайте, там были прекрасные сериалы, там, типа, не знаю, тоже «Бригада». Она мне абсолютно не нравится идеологически. Я ее не приемлю идеологически. Я объясню, почему. Мне она очень нравится, когда она сделана. Сидоров очень талантливый режиссер, прекрасный снял фильм. Там просто в этом фильме, в «Бригаде», пропущена одна вещь. Нам с вами не показывают, как эти люди зарабатывают деньги. Нам показано благородство Саши Белого, все. А чем он зарабатывает? Зарабатывает он наркотрафик. Нам не показана сцена, как те наркотики, которые он перегоняет, попадают потом в детский дом или в какую-то школу, как потом мальчик бьется в конвульсиях, а мама вешается от того, что он стал наркоманом. И в итоге все отношение к Саше Белому было бы сразу перевернуто, если показать одну такую сцену, и он из благородного бандита превратится в морального мерзавца и негодяя. Но авторы решили этого избежать, чтобы сделать, добиться этого сострадания. Вот он мне этим не нравится, подмена, что нам не показали, нам подменили, нам не показали проблему всю, показали только одну сторону. Вот такие благородные разбойники любят, отстаивают жен, берегут детей. Не показав вторую сторону, а как они это, на что они живут, на что эти деньги. То есть и тогда бы было другое совершенно отношение. Но при этом есть прекрасный, я не знаю, сериал там «Тайное следствие»,
сняты, первый особенно сезон. Нет, есть талантливые вещи, которые появляются, на мой взгляд, на фоне других работ. Это нормальный период, но хорошего никогда не бывает много. Другой вопрос, что ситуация, когда была убита вся редактура, ну как был убит весь советский этот процесс, ну банальные говорю, вещи, создание фильма. Понимаете, когда я там снимал свой первый фильм «Из Иди», например, его сценарий читал, Прижета Гургена Гукасян. Прижета Гургена Гукасян. Какая была Прижета Гургена Гукасян? Она вообще меня привела в кино. Она была, вот если вы шли по Ленфильму, увидели, там таблички висели. Такое-то, творческое объединение, такое-то, такое-то, такое-то. Гукасян. Вот очень написано. Весь фильм знал, что это Гукасян. Это главный идеолог Ленфильма. Она привела Аристова, Ароновича, Германа, Асанова, она пробивала их фильмы, она их идеи отставила в обкоме партии, она крутилась между обкомом партии и ими. Художники-придурки ей мучили, пили ей кровь режиссеры. Обком ей пил кровь, но она соблюдала все интересы, и в итоге мы имеем великие картины. Потому что она была гениальным тем продюсером, по сути. Вопрос про... То есть, и она была не одна, там была целая команда этих людей, которые стояли за режиссером. Ну, простой пример. Я помню, вот еще я... Была передача «Все дома» со мной, помню. Пришла первая передача. Простой пример. Приезжает ко мне передача «Все дома». Пока все там пишут. Я уставший, между одной репетицией, другой. Приезжаю на эту запись, думаю, ну, бредовая запись. Сейчас думаю, плохо буду говорить. А важная для меня была передача, еще была первая. Ну, сейчас на всю страну это будет все плохо. Сажусь, уставший. Садится вот Тимур. И все какие-то бабушки три, и пожилые там. Сзади. И он начинает со мной говорить. Одна говорит, спросите про то. Он начинает меня спрашивать. И мне вдруг интересный вопрос. Я начинаю рассказывать. Спросите про музыку. Да. Я начинаю петь. Спросите про... И я вдруг понимаю, что получается интерес, у них появляется интерес, что будет хороший материал. Я делаю, я понимаю, что им есть из чего нарезать его потом. Вот эти сели три бабушки. Не буду говорить, как он ко мне приезжал в следующий раз, уже бабушек не было. И это была разница. И я помню, понимаете, да? Вот сидели вот эти бабушки, которые, это были советские редактора, те еще. Понимаете, это целая была культура вот этих людей, которые попадали туда не случайно, это был целый... То есть за кинематографом, за этим результатом, который мы с вами видели, как и за театром, стояла целая команда людей, которые за это отвечали. Получали за это зарплату. Их строго спрашивали. И попробуйте-ка в то время, в Каннах ничего не получите. Не покажите-ка фильм, который И тогда может полетит начальник, да, министр. То есть это диктат и страх, с одной стороны, и жесткая рука. Привели к тому, что у нас были эти великие произведения. Да куда деваться-то? Заставляли отбахали? Были они? Ну куда? Вот они, если собрать, ну там 20 лет рассвета советского кино и 20 лет последнего. Ну явно не в пользу нашего времени. Но, тем не менее, время идет, это поколение появляется. Эта редактура образуется. Это этот период. Я надеюсь, что все будет в итоге нормально. Какой снятый ваш фильм, простите, самый, считайте самый удачный? Да все шедевры. Вам приведу пример одну историю. Там был такой один режиссер, такой в Томске работал, Изя Борисов, прекрасный режиссер театральный. Он смотрел собственный прогон, дальше я извиняюсь, это не я говорю, он говорит. Он говорил, ну гениально же, хули лицемерить. Он говорит, ну гениально, да-да, пожалуйста. Я хотела задать вам вопрос. Вот вы не сказали, что вы как актер снимались в некоторых фильмах. Да. И однажды, в 2012 году, по-моему, это было, за мужскую роль второго плана вы получили Нику. Да. Это так? Это так. Название фильма. Наверное, Высоцкий. Спасибо, что знали. Да, пожалуйста. Своеобразном родительском собрании. Вы преподаете молодежи. Да. И Лена Долгань, ваша студентка. И я хочу сказать, что студенты очень любят, очень гордятся, что занимаются у вас. И я каждый день слышу по скайпу, какой вы интересный и задорный, и с другой стороны очень, ну, строгий преподаватель.
Большое вам спасибо. И в связи с этим я хочу спросить вот о чем. А чего вы ждете от молодежи и что у нас в будущем кинематографа? Вы знаете, потому что я от молодежи жду, что они, я чуть жду, но надеюсь, что они будут талантливые ребята, что они все будут очень хорошо работать. И все, что я жду, что они будут, там же ничего ждать, да просто что они от меня ждут. Я стараюсь им рассказать тот метод, каким учили меня. У меня есть этот метод, метод Музиля, а Музиль этот метод взял вот таких, от Мирхольдовской школы, это такой был у него Петров, по-моему, педагог, и там они этот метод вырастили. Это метод, когда режиссер работает приспособлением. Артисты меня поймут. То есть режиссер приходит, и он знает не только про что он будет ставить, он знает, как он это будет делать. Он знает, что артист, то у него есть всегда вариант физических проявлений артиста, героя, через который мы поймем, что этот герой хочет. Вот он делает по этому, он определяет события, что он играет, там, не знаю, соблазняет, как, глазом подмигнул, за ногу схватил, поцеловал, взял за одно место, за другое, двинулся дальше, или по-другому, или серенаду спел, или на гитаре сыграл, или начал писать поэтические стихи, или, как мы помним, в фильме «Милый лжец» было забавное решение, он сразу целовал в одно место женщину, прыгал туда и целовал, и тем самым тоже соблазнял. То есть решения могут быть разные этого процесса. И каждый режиссер по-разному придумает это решение. Так вот, в этой школе, которую меня учили, говорили, приди на репетицию и имей решение. Пускай ты потом от него можешь отказаться, но ты должен иметь его в работе с артистом. И дальше, может, артист предложит свое, может, вы что-то поправите вместе, но если у тебя нет решения, ты не имеешь права получать зарплату. Если у тебя нет, ты не знаешь, что ты будешь делать, то ты как режиссер, значит, ты не режиссер. У вас очень смешная, кстати, дочь. Смешные показания, очень смешная девочка, это сегодня там комичная, наверное, в папу я посмотрю. Идет комическая. Она очень смешные показывает. Где такое есть? Она все будет комедия, она комедия все, очень забавно. Хорошо. Что еще дать просто? Да. Сейчас Рига человек. Добрый день. Мне просто очень интересно вас, как режиссера, задать один такой вопрос. Один из самых громких современных российских фильмов «Сталинград». Ваше мнение. Вы знаете, легко говорить. Не видел фильм? Я не обманываю вас. Я и правда его не посмотрел, так сложилось, потому что я снимал другую там картину. Ну я жду, сейчас немножко отойдет вся эта волна, я посмотрю потом. Можно я спрошу вас насчет? Да. Насчет вашего шокирующего фильма «Деточки». Так. Пока что прошли закрытые показы и один официальный прием, показ. Скажите, а намечаете ли прокат, широкий прокат фильма или по телевидению? Слушай, фильм «Деточки» лежит в интернете, уже в открытом доступе. Его посмотрело более 4 миллионов скачиваний. Это огромный результат для этой картины, это огромный показ, 4 миллиона. Понимаете, в этом смысле уже никого не намечается, может быть, телевидение потом его покажет. Но пока вот ждем. А второй вопрос насчет «Деточки». Почему съемки происходили в Беларуси? Неужели это не чинились препятствия какие-то? Нет, никаких препятствий не было. Просто я снимаю последние уже 20 картин, я снял в Беларуси, потому что это удобно. Чисто так получилось, что я попал в Беларусь случайно, снимая фильмы за два. Это был заказ немцев. Ну, это картина о кёльских погромах, еврейском погроме в Кёльце, Польше. Я снимал этот фильм. Это фильм о трагедии в Кёльце. Многие, может, знают, такая была история, когда в 1946 году был погром, и там было убито 46 человек, шел Нюрнбергский процесс, а параллельно в Польше были убиты эти 46 человек, это были беженцы, которые возвращались из концлагерей, возвращались из партизанских отрядов, евреи, которым надо было возвращать недвижимость. Им надо было возвращать то, что было занято, понятно. И это привело к трагической ситуации, в результате которой они были убиты. Потом был огромный судебный процесс и так далее. Вот на основе этих событий был снят художественный фильм, который я снял, называется «Из ада в ад». Он был показан в Германии, он был представлен на «Золотой глобус», там имел массу наград фильм. Он такой очень... Я тогда попал в Белоруссию. И в Белоруссии мне понравилось работать, потому что недалеко от Москвы, в то же время удобно, пробок нет, все спокойно. Тогда это было дешевле еще. Сейчас же не так дешево, как было раньше, потому что многие группы приехали снимать в Белоруссию вслед за мной, очень многие сейчас там снимают кино, но все равно это по-прежнему, с точки зрения производства, это какая-то комфортная ситуация, скажем так.
производственный удобный. Да. Я просто хочу вас поблагодарить. Вот вы вашими словами скажу, что ваши фильмы действительно шедевры. И у вас хороший вкус. Спасибо. Мне сейчас 64, и посмотрев фильм «Деточка», «Деточки», я захотела тоже стать вот этой деточкой и пойти вместе с ними. Спасибо вам, творческих вам успехов. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Кая. Вопрос такой. Могли бы ли вы поделиться своими творческими планами? Творческие планы простые. Сейчас вот закончен фильм, называется... Фильм снят, называется «Чиновник». Этот фильм скоро выйдет на экраны. Я надеюсь, это фильм о чиновниках. Вот. Фильм об этой сложной работе чиновников. Я надеюсь, что он будет.